обіцянки депутатів. Ой, їх було так багато, що вже запам'ятати це неможливо. Хорошу жизнь нам обіцяли. Я знаю, що общі формулювання були там. Всі говорили о том, що все буде хорошо, все буде прекрасно. А ви щось конкретно пам'ятаєте? Якщо чесно, то ні. А що вони щось нам обіцяють? А я їх і не бачив ні разу. Жди, які вони депутати. Я, чесно говоря, уже не помню, не столько всего обещают. Ну все обещают. Обещают и повышение пенсии, обещают, все обещают. И на самом деле очень много чего обещали, но... Здоровье обещали. Я... Очень помним, и забыть это невозможно. Что мы будем жить хорошо, что у нас работа будет, что нам будет все доступно. Чи пам'ятаєте ви обіцянки наших депутатів? Кого? Обіцянки депутатів. Та пошли они все на. А чи виповнюють вони свої обіцянки? Ну, это на их совести. Идет лоббирование там, определенных интересов, определенных групп, коммерческих, олигархов. Вот. Как правило, о народе они думают в последнюю очередь. Да никто ничего не выполняет. Не знаю, я с ними дела не имею, это бесполезное дело. И кто их выбирает? Как они туда пролазят? Зачем их столько выбирают? Зачем? Никто ничего не делает. Обіцяти не значить жениться. На вашу думку, чому вони обіцяють, проте не виповнюють свої обіцянки? Ну, мабуть, тому що їх не цікавлять наші проблеми. Взагалі, тому що вони, ну, як правило, всі багаті люди, а як кажуть, багатий бідному не вірить. Тому що знають, що щоб не скоїлося в всій країні, вони завжди будуть добре жити десь за кордоном чи де. А ми залишимось і будемо, як завжди, виживати. Мне сложно вам ответить, извините. Я думаю, для того, чтобы получить голоса избирателей в первую очередь. Ну и подруга, я думаю, что тут какой-то есть своего рода пиар такой. Они мне, собственно говоря, не нужны. Вот, я все делал сам на даче. Воруют все, воруют. Это самое главное, что они делают там, в Верховной Раде и у нас. Ну так это надо МИК спросить, наверное. А потому что они все повязаны с олигархами и сами. Половина в Раде нашей, кто сидит? Миллиардеры долларовые. Так что, молодые люди, пока их оттуда метлой не выгонят. Ну, жадные, ну, с одной стороны. Короче, свиньи, они все, извините, вырежьте это, если надо будет. Им-то нужно пройти выше. Обещать могут все, что угодно. А на вашу думку, а чему вы не обещаете, проте не выполнить? Вот что им заважает? Ну, память у них погана. Вибачте. Добрий вечір, шановні глядачі, шановні гості, шановні експерти. Сьогодні у нас просто переаншлаг, адже тема справді цікава і тема така радше філософська, ніж якась така, яку можна конкретно окреслити. Тому і такі різні люди у нас сьогодні в експертах. Втім, досить конкретно у нас сьогодні у гостях виключно політтехнологи. Я зараз про це скажу. Це саме тому, що ми хочемо поговорити не стільки про те, що там ви виконують чи не виконують депутати свої обов'язки, свої обіцянки, а взагалі про те, чому ми раз за разом обираємо тих людей, які нам свідомо брешуть, про яких ми знаємо, що вони нам брешуть, а потім після того, як вони нам збрехали, ми знову за них голосуємо. Чому такий у нас мазохізм? Зрештою, це не тільки українська проблема, адже згадайте вибори Трампа, адже згадайте вихід Англії із Євросоюзу. Ви зрозумієте, що методи маніпуляції, маніпулювання виборцями, це гасло, яке сформулював ще Олександр Пушкін, «Ах, обмануть мене не трудно, я сам обманюватися рад». Все це наша психологія. А ось чи зміниться щось, чи зрештою почнемо ми принаймні вимагати від тих, кому віддали на дорожчу валюту, яка є на виборах, свої голоси, того, щоб вони все ж таки щось якось відпрацювали, отримавши наші голоси. Чи що зміниться взагалі у нашому житті? Сьогодні ми поговоримо із нашими поважними гостями, і з нашими не менш поважними і обізнаними експертами. Повірте, буде дуже цікаво, і я з задоволенням представляю наших гостей. Олександр
Лукмановський, політтехнолог. Він сьогодні сидить на досить незвичному для себе місці. Втім, йому сьогодні відповідати разом з тими, хто ще у нас в гостях, за те, чому ми маємо таких політиків. Будь ласка, візитівка Олександра. Олександр Ухмановський – політтехнолог, аналітик, бізнесмен. Працював координатором програм у Комітеті виборців України, директор консалтингової агенції F5. Був членом громадської організації «Аналітичний центр «Перспектива». Має дві вищі освіти. За першою спеціальністю – фізик-астроном, за другою – економіст. Наталя Ніколаєнко, вона є досить частим гостем у наших програмах, і я думаю, що якщо я почну зараз перелічувати усі її іпостасі, це забере дуже багато часу, про деякі з них ви знаєте з нашої візитівки, я ж просто скажу, що вона також політтехнолог. Будь ласка, візитівку. Наталя Ніколаєнко, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології в Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського. Автор понад 80 наукових фахових праць про сучасну проблематику політичного процесу. Активно досліджує сучасні виборчі технології й адмінресурси. Проходила стажування в Національному демократичному університеті в Сполучених Штатах Америки. Отримала кваліфікацію «Тренер з виборчих питань». І вже дуже добре вам відомий по безлічі наших програм, у яких він бере участь, Андрій Острів, також політтехнолог. Він наполягає на тому, що він саме політтехнолог, і намагає не плутати його з політологом. Будь ласка, візитівку. Андрій Острів. Проживає в Миколаєві 3 роки. Політтехнолог, аналітик, капітан у запасі. Бізнесмен. Неодноразово брав участь у передвиборчих кампаніях у різних містах України. Одружений. Тож, шановні глядачі, ви маєте вже уявлення про те, хто сьогодні відповідати за все, що у нас відбувається в нашому політикумі. Трохи згодом ви побачите тих, хто задаватиме їм питання. Втім, я впевнений, що між собою вони певним чином будуть дискутувати. А зараз, за традицією, я пропоную нашим гостям по хвилині для того, щоб вони визначилися з найважливішими для них тезами, принаймні на початку цієї програми. Андрій, будь ласка, ти найближче. Добрый вечер, студия, добрый вечер, зрители. Прежде всего сказать, я бы начал бы с такой аналогии. Почему с аналогией? Потому что мы очень тяжело на себя примеряем то наши ошибки. Поэтому я напомню такую знаменательную историю про МММ. Все знали, что МММ со скандалом закрывается, открывается по новой, опять туда люди идут. Это те же самые обещания. В принципе, это очень хорошая аналогия, по моему мнению, с политикой. И сегодня политики, которые проходят во власть методом обещаний, я бы их разделял на две категории. На ту категорию, которую взяли на себя, но не смогли, и на категорию, которую обещают то, что сделать априори не могут. То есть, например, депутат местного уровня, который обещает поднять пенсии, ну, это приблизительно то же самое, что я бы, например, вам пообещал запустить на Байконуре ракету. Дякую. Будь ласка, пані Наталя. Всім доброго вечора. Так, дійсно, тема складна, цікава. Але, знаєте, коли аналізують цю тему журналісти, політологи, політтехнологи, ми забуваємо про одну таку тезу, що кандидат на виборах, він сам по собі не буває. За нього хтось іде голосувати, за нього голосує частина суспільства. А якщо ми подивимося ширше на проблему суспільства, то ми тут бачимо зубожіння, бідність. Тобто в такому варіанті дуже легко проголошувати обіцянки, які майже ніколи не будуть виконуватися. У 2015 році весь Миколаїв був завішений бігбордами конкретної політичної сили, яка обіцяла понизити тарифи на ЖКХ вдвічі. Всі розуміли, що це просто неможливо, але всі вірили. Ішли, голосували, ця партія має більшість в міській раді, що ми сьогодні маємо? Навпаки, не зменшились тарифи, а вони збільшились. Я підтримую попередника свого в тому, що чим безглуздіші обіцянки, тим народ скоріше вірить. Але це вже проблема, вибачте, народу. Дякую, Олександре.
нас постоянно происходят с общественными деятелями, с молодыми политиками споры, и мне постоянно задают вопрос о том, ну почему, там, Саша, почему вот это же, да, вот тарифы, но это же явный идиотизм, да, как люди отдают голоса им, а вот мы молодая прогрессивная сила, которая не может. Это вы все, это вы, политтехнологи, исчадия ада, виноваты, вы делаете Януковичей, сволочи мерзопакостные. На что я всегда говорю одно, что политтехнолог, так же, как и маркетолог в бизнесе, это всего лишь вспомогательная единица. Мы всего лишь подсказываем политикам, простите, скажу грубо, те идеи, те инструменты, которые хавает пепла. И мы не можем по-другому работать. Потому что иначе наш кандидат проиграет. И поэтому все изначально начинается с избирателя. Пока избиратель не будет выдвигать больших, лучших, более высоких требований, никакой политик никогда не изменит свою избирательную кампанию, свои обещания, потому что он проиграет. Понимаете, да? Поэтому виноват, к сожалению, народ. Дякую. Я хотів би згадати з власного досвіду таку дуже показову для мене історію. Колись Арсеній Яценюк, коли він ще був в такій глухій опозиції, влаштовував зустрічі із партійним активом по регіонах. І ось в Одесі зібрали Південний регіон для того, щоб з ним поспілкуватися. І задаємо питання, людина з залу каже: Арсеній Петрович, ну скажіть, ну правда ж так, що нарешті у нас вже прийшла, прийде ось під вашим керівництвом, прийде нова сила, яка буде робити тільки те, що вона справді може, обіцяти тільки те, що може зробити, яка справді буде відповідати за те, що вона каже. Він так дивиться на нього зі сцени, каже: слухайте, скажіть, чого хочуть виборці? Ну багато чого. А якщо будете їм обіцяти мало, то чи вони за вас проголосують? Ні. То обіцяєте їм багато і кажіть їм те, що вони хочуть від вас почути. А як казав Черчилль, кожен політик, коли він йде до влади, має обіцяти все, що хочуть почути виборці, а потім, коли прийде, знаходити переконливі докази того, чому він не зміг цього зробити. Це було сказано досить відверто, і з тих пір у мене немає жодних ілюзій щодо будь-кого, хто йде до влади. Втім, я думаю, що для того, щоб дещо узагальнити наші думки з цього приводу, варто подивитися сюжет Федора Бондаря, який він зробив спеціально для цієї програми. Будь ласка. Що я міг зробити один? Від мене нічого не залежить. Так, своє місце в соціально-політичній системі координат характеризують чи не більшість наших співгромадян. Не секрет, що справжньою рушійною силою будь-яких серйозних перетворень є активна, небайдужа меншість. Інколи меншість абсолютна. Водночас всі рішення, за винятком форс-мажорних обставин, вимагають підтримки більшістю. Від голосування у представницькому органі до виборів президента України. Відтак, тільки занадто скромний або дурний громадянин вважає себе нічого не вартим. Політики чудово усвідомлюють важливість голосу кожного. Хоча розмовляти з кожним окремо забагато клопоту, тому й намагаються переконати або іншим чином перетягнути на свій бік одразу великі маси виборців. Найпростіше це зробити в таких умовах, що сьогодні склалися в Україні. Переважну більшість громадян об'єднує одна риса – вони всі бідні. І в подібному стані наших співгромадян тримають дуже довго. Бо, повторюю банальні речі, фінансово незалежна людина незалежна в усьому. Її не змусиш підтримати на виборах злодія і корупціонера за ілюзорне покращення або навіть реальну пару сотень гривень чи продуктовий пакет. Отже, як ви здогадались, найпростіший і найчастіше вживаний спосіб тимчасово закохати в себе електорат – пообіцяти матеріальне покращення його життя. Заради справедливості мушу зазначити, що в більш цивілізованих та багатих країнах гідне наповнення власних кишень також цікавить виборця, але стартові позиції у нас з ними різні. І там, скоріше, йдеться про обґрунтування збереження існуючого курсу, що напряму пов'язане зі стійким економічним зростанням. А у нас для багатьох участь у виборах асоціюється не з підтримкою гідного кандидата чи політичної сили, які хочуть і можуть покращити ситуацію в країні, а з черговим шматком з панського столу.
Якщо ж йдеться не про всю країну, а, скажімо, про місто чи область, у справі завоювання любові електорату дуже багато залежить від місцевої специфіки. Миколаївці і сьогодні ладні підтримати того політика, котрий хоча б пообіцяє відродити суднобудування. Яскравий приклад – Володимир Наконечний, котрий з'явився в Миколаєві напередодні парламентських виборів 2012 року винятково для того, аби здобути депутатський мандат. А одним з ключових факторів, що йому допомогли, крім, звісно, потужного адмінресурсу, стало широко розрекламоване лобіювання ним законопроєктів на підтримку суднобудівних підприємств. Щоправда, суднобудуванню він не допоміг, але народним депутатом став. Особливі очікування жителів краю корабелів з більш чи менш щирими намірами використовували всі політики і політичні сили, здебільшого перебуваючи при владі або у провладному оточенні. І щоразу візит, наприклад, прем'єр-міністра до Миколаєва обов'язково передбачав зустріч із суднобудівниками або велику нараду з питань розвитку галузі. Результатів зазвичай не було, але гарна картинка у пам'яті залишалась. Певним апогеєм таких спекуляцій на менталітеті миколаївців стала закладка новітнього корвета для наших військово-морських сил. І неважливо, що доводити цей проєкт до кінця, схоже, ніхто й не збирався. Але Віктор Федорович – друг корабелів і військових моряків. Ось незаперечний доказ. Свідома підтримка політика або політичної сили передбачає певну участь виборця, знайомство з програмою, перевірка кандидата на порядність, що в тому числі вимагає співставлення його обіцянок з реальними справами. Таких електоральних одиниць в нашому суспільстві поки що зовсім небагато, погоду точно вони не роблять. Але ж, спитаєте ви, як можна знов і знов голосувати за того, хто раніше неодноразово брехав виборцям? Тут вже немає значення, чи знайомився ти з програмою, чи досліджував історію кандидата. Тебе ця людина ошукала. Особисто тебе. Пообіцяла і не зробила. А ти знов за неї голосуєш. Мабуть, причина цього в тому, що в порядність, ось таку кришталево чисту, ангельську, майже ніхто не вірить. Мовляв, всі брешуть. А цей такий щось корисне зробив. Або він уже собі нахапав, можливо, більше красти не буде. А новий прийде, тільки почне обживатися. І все спочатку. Один мій добрий знайомий розповідав таку історію, колись вони також, це ще був час, коли теперішні політичні сили, які зараз при владі, були у глухій опозиції, вони їздять по області і агітують за якогось кандидата. І кажуть, ну ось подивіться, він же ж чесний, подивіться, він же не буде красти. А ці ж крали стільки, ви ж подивіться, ну вас же з ваших кишень забирають. І каже, така бабуся мені каже, синку, ну ти розумієш, то великі собаки, вони сьорбують з великої миски, а головне, вони ж маленьких не помічають, та дадуть і нам трошки підсьорбнути. Тому будемо за тих голосувати, хто дасть нам підсьорбнути. Тому те, що казали ви про електорати, що Федір казав, я думаю, що цілком зрозуміло. Знаєте, я завжди задавався питанням, чому у нашому бізнесі, на відміну, скажімо, там десь американського чи європейського, можна брехати, можна ошукувати, і після цього лишатися бізнесменом. Потім зрозумів, що ті, хто мав би оголосити цій людині бойкот, розуміють, що опинись вони на його місці, вони б робили те ж саме. А якщо він робить те, що взагалі зрозуміло і цілком прийнятно, то чому ж його тоді виключати зі свого кола? Я думаю, що певним чином цим пояснюється і настрої нашого електорату. Втім, серед нас тут є Костянтин Картузов, який, власне, запропонував цю тему. Мене досить часто питають, як виникають теми контраргументу. Так і виникають. Спілкуємося з людьми, які небайдужі, які нас дивляться, які хочуть поговорити про щось докладно, і ось виникають такі програми. Костянтине, вам було що сказати на початку, ще до того, як ця програма в нас створилася, то, напевно, що є що сказати саме на цій програмі. Будь ласка. Вообще проблематика постправды и почему политики врут, но, наверное, они врали всегда. Мне эта тема стала интересна потому, что когда я изучаю, например, сегодня публикации западных политиков, то они делают, врут не меньше наших. И их ложь точно так же исследована, она задокументирована. Это не мешает им дальше продолжаться оставаться политиками, побеждать в выборах.
Ну, типичный пример, например, лжи – это Хиллари Клинтон, которая рассказывает в своих воспоминаниях, как она в Югославию там приземлялась, привозила к беженцам гуманитарную помощь и выходила с вертолетом под снайперским огнем и была в такой опасности. После выборов показывают пленку, где она выходит с вертолета, мирно, ее встречают дети с цветами. Когда ее спрашивают, почему, вот, ну, как она могла вот настолько явно врать, это объясняют, что у нее были ложные воспоминания. То есть никто не обвиняет, не называет Хиллари, там, человек, который врал. Нет, у него были ложные воспоминания. Ее муж, который врал под присягой, он оправдан, потому что то, что он говорил, он не считал, когда его спросили, вы этим занимались? Нет. А почему его оправдали? Потому что суд посчитал, что он не знал, что это тоже неправильно. То есть, как бы я, идея какая? Врут ложь избирателям и вообще ложь. Это не есть специфика украинских политиков. Это тренд мировой. К сожалению, к счастью, поэтому я вот хотел сказать, что и второй момент, у нас очень мало исследуют ложь. Вот все мы знаем, что политики лгут. Но я знаю в Украине только одного человека, я думаю, надеюсь, их больше, на Вахтанг Кипяни, который собирает предвыборные листовки. Вот именно то, что депутаты обещают. И для меня очень было интересно вот перетронуться к его коллекции, когда термин, лозунг о том, что надо автономия, надо, ну, культурная, экономическая, первое его заявил в 2004 году Садовой, который говорил, что Львов нуждается в автономии. Сегодня Садовой – это сторонник унитарного государства. Там, в 2002 году он был наоборот, он был за автономию Львова. Мы уже этого не помним. Спасибо. Сейчас, на секундочку, Александра хотела. Я скажу, что когда-то, я еще был тогда общественным деятелем, мы решили такую общественную акцию провести, собрать листовки. Как раз 3 года прошло после того, как был выбран очередной состав городского совета, собрать листовки этих депутатов и просто расклеить их у них на участках с надписью, программа называлась «Обіцяного 3 роки чекають». Ці депутати обіцяли вам ось що 3 роки тому, перевірте, чи вони це виконали. По-перше, нам дуже важко було знайти ці листівки. А коли ми нарешті їх знайшли та розклеїли, то такий скандал був в обласній раді. Як вони, що вони собі дозволяють, хто вони такі, що вони про себе думають, що такі речі роблять на наших округах. Будь ласка, Олександра. Врут не только все политики везде, врут все люди в жизни. Невозможно найти человека, который никогда не солгал. Это нормально, это один из способов человеческого поведения. Здесь, по-моему, интересен другой момент. То же, что во время опроса говорили, не помню, что обещали, не помню, что говорили. То, что вам обещают ваши значимые родственники, друзья, коллеги, вы помните, и что-то невыполненное может помниться годами, быть причиной обид, конфликтов и так далее. То, что нам обещают кандидаты или уже действующие представители власти, не запоминается. Разница в чем? Значимые и незначимые. Народ, который не считает себя гражданами, к кандидатам и к политикам относится как к незначимым персонажам, то есть каким-то там непонятно кому, который к ним никакого отношения не имеет, соответственно, не важно на самом деле, что они делают, не важно, что они обещают, это никак не касается человека. Так, один раз вспылить, обидеться там, поругаться, рассказать матерный анекдот, и все, и не глубже, то есть на уровне эмоций, и даже не уходит в уровень ценностей. До тех пор, вернусь, я поддержу, да, всех, кто звучал сегодня, до тех пор, пока нашему народу не важны, незначимы те, за кого они голосуют, наш народ будет иметь то, что имеет. Чем больше граждан, чем больше процент граждан среди населения, тем более значимы те, за кого голосуют или не голосуют, тем заметнее запоминающаяся правда или ложь, тем жестче реакция на ложь, тем эмоциональнее реакция на невыполненные ожидания, тем активнее поведение, как следствие. Ну, то есть дальше, результаты будут совсем другие. Пока вам плевать на власть, власти плевать на вас. Все очень конгруентно. Спасибо. Сейчас я вижу, чтобы, как говорится, 2 раза не вставать. Игорь Пох, Александр Рахмановский, потом Александр Влащенко, пожалуйста. Да, я просто хочу напомнить уважаемым телезрителям и всем нам, что очень был в свое время яркий пример, когда после года, после вхождения на президентский трон Виктора Федоровича Януковича, один, я забыл его фамилию, к сожалению, в общем, некий такой адвокат-общественник из Донецка подал в суд, то есть на Виктора Федоровича, именно за невыполнение его предвыборных обещаний. Ровно через год.
Вот. И самое интересное, что значит, ответ, какой он получил от суда, то есть мотивация какая была. Значит, примерно так звучало. Виктор Федорович Янукович не мог и не может выполнить все обещания, которые он давал в период предвыборной кампании, потому что предвыборные обещания не являются законодательными актами. Вот прекрасный пример нашей юриспруденции, которая, собственно, подобные вещи и продуцирует и по сей день, только в разных своих вариациях. Как говорил Казанова, врут все, но это не имеет никакого значения, потому что никто никого не слушает. Александр Рахмановский, потом Александр Влащенко. Я бы хотел, уважаемую аудиторию, немножко свести более к какому-то предметному обсуждению, потому что то, что вы сказали, они все лгут, и это нормально. Да, политика – это грязное дело, которое, Кристина абсолютно права. Во всем мире, в любой культуре вы увидите, что политика – это грязное дело. Это то, что презираемо приличными людьми. К сожалению, это то неизбежное зло, без которого невозможно современное общество, потому что это лучше, чем беспрерывные войны, которые были ранее, и человечество с этим смирилось. Речь у нас, в принципе, у нас проблема в другом. То, что обещания безумны, и причем не только в Украине, но и в мире, вспоминаем Берлускони, который, да, во время своей избирательной кампании уже обещал жизнь после смерти. Если вы помните, были таблички, стойки на улице, что тот, кто проголосует против Берлускони, получает жизнь после смерти в раю. То есть доходило до этого. Италия специфическая страна. Это не только наш менталитет. Проблема Украины заключается в том, что мы, выслушав обещания и поверив, как и в принципе любой народ, мы не требуем дальше от них ответственности. И мне кажется, что наша проблема и наша дискуссия лучше сконцентрировать на том, да, почему они не уходят. Ведь задача не то, что ты, каким образом ты пришел ко власти. Обманул, черт с тобой. Да? Еще раз говорю, это общечеловеческая проблема. Вопрос в том, что когда ты попал во власть, что ты сделал? И западный избиратель оценивает не то, как человек попал во власть, а какой эффективностью он запомнился. Улучшилась ли жизнь, либо ухудшилась. Что он обещал, не важно, важно, что он сделал. И таким образом его политическая карьера продолжится, либо нет. Так вот, в Украине есть диссонанс, когда люди попадают во власть, но не несут никакой ответственности за деятельность во власти. Спасибо, Александр Влащенко. Мне кажется, здесь правильно затронули вопросы психологии. Любая политтехнология, наверное, опирается так или иначе на опыт и на знания сферы психологии. И говоря вот о природе вот этой предвыборной лжи или лжи в политике, вот, как бы вопрос психологии нужно ставить, наверное, ну, на первые такие передовые позиции. Для того, чтобы за любого политика или кандидата проголосовал народ, большинство избирателей, он должен этим избирателям чем-то запомниться, он должен их поразить, правильно? Поразит ли избирателей человек, который обещает вещи, в принципе, выполнимые? Да, вот то, что он сможет сделать завтра там, или через год, то он и обещает, ну, наверное, и нет. И мне кажется, так или иначе, здесь нужно учитывать и такой фактор, что... Наверное, человек, приходя на избирательный участок или ну, до того, как придет на избирательный участок, он думает, за кого же ему проголосовать, кого же ему избрать, напротив какой фамилии там, или названия политической силы поставить крестик, он, наверное, все-таки выберет того, который обещал ему больше. Потому что так или иначе человек думает, даже если этот политик сделает не все, что он пообещал, но сделает хотя бы половину. Ну, этот много не обещал, ну, даже он, если там он выполнит это, чем оно мне, как бы, поможет, там, оно и так рано или поздно будет. А вот этот пообещал много. Возможно, он сделает не все, но вот он сделает половину. И человек, как бы, он заранее, мне кажется, уже готов к тому, что партия или человек, за которого он голосует, все не сможет сделать. Ну, хотя бы половину, он же не случайно обещает, правильно? Наверное же он знает, как это сделать. Но все-таки половину или треть из этого он сделает. Вот, я думаю, здесь и политики, ну, идя к своим избирателям или принимая участие в избирательном процессе, тоже прекрасно понимают, что, наверное, надо соврать больше для того, чтобы запомниться своим избирателям. Я должен сказать, что на самом деле нам сейчас очень легко, нам не надо говорить, наверное, там вот люди, которые голосуют, делают так. Мы же тоже голосуем. Поэтому можем сказать, я голосую потому-то и потому-то. Я верю лжецу потому-то и потому-то. Это просто сейчас. Который не запомнился, который ничем им не смог поразить.
Понятно, спасибо. Я всех вижу. Пожалуйста, Сергей Дебров, Александр Викторович, потом гости, потом опять эксперты. Пожалуйста. Добрый день. Вы знаете, у меня есть универсальный ответ на множество вопросов, наверное, на все вопросы, в том числе и те, которые здесь прозвучали. Здесь прозвучали вопросы, почему политики врут, почему политики не уходят, почему политики так себя ведут. Ответ очень простой, очень понятный. Потому что могут себе позволить. Это ответ на все вопросы. Политик может себе позволить лгать, это подтверждено решением суда, где четко сказано, что наказание за это никого не предусмотрено. Правильная тактика поведения в такой ситуации – врать и побольше. Потому что тебе за это ничего не будет, это не договор. Пытался один кандидат в президенты подписывать указы заранее, его звали Виктор Андреевич, он подписал указы, сказал, я их веду в действие сразу, вот только осталось только визу поставить. Их не так и никто и не увидел. Ну, ничего, нормально, помню его по-другому. Почему не уходят? Да потому что могут себе позволить, господи. Закона нет, механизма нет, референдумы местные вообще отменили у нас, забыли о них. Механизмов отзыва практически нет, все отдано партиям, партии мы знаем, что это. Все хорошо. Ну и самый главный вопрос, а с какой целью люди идут в политику? Вот я тоже долго считал, что политика – дело грязное, пока не прочитал, не прослушал книгу митрополита Гузера «Искусство, политика и власть». О власти книга, не могу читать. И он сказал, что политика – это отличный способ для человека делать добрые дела. Потому что политика обладает гораздо большими возможностями, ресурсами, влиянием, авторитетом. И, по идее, люди идут во власть для того, чтобы должны идти во власть, для того, чтобы делать добрые дела. Вот как они себя там ведут, другой вопрос. Понятно, что у нас политика превратилась в единственный способ заработать и сохранить богатство. Понятно. И почему? Опять же, потому что могут себе позволить. Но вопрос, ради бога, пускай люди идут в политику таким путем. Люди привыкли, всем хорошо, повеселились, кто-то огорчился, пришли во власть. Что они будут там делать дальше и как они используют эти возможности? Это отдельный вопрос, который стоит, наверное, обсудить сегодня. Спасибо, Александр Викторович. Давайте на Дмитрий Кандарский, чтобы уже так с экспертами. И потом по две минуты гостям, пожалуйста. Ну, Александр Викторович, давайте. Я думаю, что вот этот вопрос исследования лжи и как к нему люди к этой лжи относятся, очень продуктивный. Потому что в разных обществах, наверное, к лжи по-разному относятся. И вообще в разных типах культуры. Вот приведенный пример Гузера понятный, да, то есть человек подходит к власти с точки зрения христианства, и как подлинный христианин он понимает, что есть ценности, и он их придерживается. Отсюда у него такая стратегия, да, использования политической какой-то там власти, да, для того, чтобы творить добро. Но вообще-то я хочу сказать, что украинское общество чрезвычайно толерантно к лжи во всех его проявлениях. То есть мы утопаем в этой лжи и совершенно спокойно к этому относимся. И чего же тогда нам обвинять-то наших избранников, если мы сами себе врем на каждом шагу и толерантны к лжи, и сами вот так вот себя ведем. Они, в общем, во многом все-таки от плоти нас самих, об этом же было сегодня сказано неоднократно, и вот этот тезис понятный. Второй момент, разная реакция на ложь политика, все-таки нужно это анализировать в системе определенной, потому что когда вы говорите об Италии или Соединенных Штатах Америки или каких-то других вещах, система нормально работает, люди могут жить без этих политиков. Да, политики врут, но это не очень сильно касается их повседневной жизни избирателей на самом деле. В нашей ситуация совершенно другая у нас, да, в нашей стране. Потому что наши люди, которых мы поприводили к власти, они врут так, что нам становится жить все хуже и хуже. Вот эта штука, да, вот я бы хотел, чтобы мы немножко об этом еще поговорили, потому что каждый новый врун становится еще хуже предыдущего. У нас качество политиков, качество исполнителей становится все хуже и хуже. Это фатальная вещь. Они уничтожат наше государство. Спасибо. Вот Дмитрий Канарский, рядом сидящий с ним Евгений Воловой, они не случайно здесь, потому что это люди, которые вот абсолютно искренне, очень горячо верили в возможность перемен. Вот совсем вот у нас, вот здесь, в Николаеве, и сделали все возможное для того, чтобы создать условия для этого, и более того, даже сами пошли туда, чтобы что-то менять. Вот как вам насчет, вот в свете той темы, которую мы обсуждаем, ваш личный опыт? Спасибо большое, что пригласили. Единственное, я хотел сказать то, что хотел сказать до того, как вы задали этот вопрос, что мы сейчас, похоже, просто констатируем факты. Ну, то есть мы сейчас кажется, уже конкретно да, говорим. Есть смысл, да, говорить ситуации. О том, что нужно с этим делать. У меня единственное предложение, которому я, собственно, и сам пытаюсь следовать, это то, что мой выбор не заканчивается на поставленной галочке на
выборном бюллетене. То есть нужно этот выбор подтверждать, нужно постоянно заставлять этих людей следовать там, тому, что они заявляли, ну или своим, или вот я хотел бы, чтобы они выполняли то, что я хочу, потому что я здесь гражданин, я здесь, в том числе и я выбирал этого человека, я хотел бы так. Ну а методы, ну давайте обсуждать действительно методы, давайте обсуждать то, как будет, потому что как есть, мы знаем, плохо, именно поэтому мы, наверное, здесь и собрались. А, ну, наверное, вы хотите услышать то, что я там каким-то образом разочарован или нет. Мне себя укорять не в чем. Я считаю, что я приложил максимум усилий в тот момент, когда это было нужно, и от меня это что-то зависело. Тогда, когда от меня, ну, меньше зависело, ну, вот сейчас я в составе исполкома городского совета, я не хочу сказать, что там огромная власть у меня есть, и как кто-то может подумать, то есть это всего лишь инструмент для размазывания ответственности за принятие каких-то формальных решений. Поэтому сказать, что это какой-то орган важный, я бы не сказал. Самый важный орган в городе, я считаю, это городской совет, который состоит из депутатов, которых люди выбрали. Единственное, хотелось бы верить в то, что наши люди, николаевцы, ну, в данном случае, понимают вообще, что это действительно они выбрали этих людей, потому что тот, к сожалению, тот депутат, который получил наибольший процент голосов на выборах в местные советы в 2015 году, это тот человек, который постоянно попадает в какие-то скандалы и который, ну, являясь лицом города, к сожалению, очень сильно его позорит, ну, на мой взгляд. Ну, вы знаете, о каком депутате? Нет, не знаю. Об Олеге Солтисе. Он больше всех набрал, там, по-моему, под 50% голосов. Это так получилось, что... Ну, и, то есть, действительно, это вот вы правильно говорите, это плоть от плоти, так вышло, что это мы и есть. И давайте начинать с себя, давайте менять себя. Спасибо тогда, Евгений Воловой. Давайте, чтобы уже тему, так сказать, реализации себя в нынешней власти. Да, давайте. Спасибо, что пригласили, давно у вас не было. Соскучились. Да, немножко вернемся к началу передачи, там, где политтехнолог Острев сказал, что это есть несколько групп, да, которые пытаются войти в политику, да, и он разделил их на тех, кто обещает и по каким-то причинам, ну, не может выполнить свои обещания, и тех, кто слепо обещает, давайте назовем их так, герои, да, те, кто обещают и, да, и которые наталкиваются на какое-то непреодолимое препятствие, пустозвоны, которые осознанно врут и идут в политику. Я бы еще выделил еще третью группу, это, ну, откровенные мошенники, которые просто всеми правдами и неправдами, в том числе и благодаря политтехнологам, заходят в эту политику. Простой хороший пример – это спекуляция на обычных простых вещах – голод, любовь, ненависть, пенсии. Тот же вот упомянутый депутат, которого Дмитрий вспомнил, простой пример, просто пакет, просто надпись, там гречка, там сахар, и между гречкой и сахаром там он был вот где-то закопан вместе со своими псевдополитическими друзьями. Почему они там остаются, почему их оттуда никто не выкидывает? Нет ответственности, нет отчетности и нет никакого наказания. Почему им уходить? Им там комфортно, они прекрасно паразитируют на нашей политической, как бы, ну, местечковой политической жизни. И еще вот у меня такой, как бы, такой финальный и ответ, и вопрос, наверное. Почему мы считаем, что мы достойны лучшего? Вот кто решил, что если вот их нужно разогнать и нужно на что-то лучшее заменить? Кто решил, что есть что-то лучшее и почему мы этого достойны? Если цитировать Черчилля, ну, или какого-то другого, мы заслуживаем тех, кого мы выбрали. Мы осознанно это делаем, и политтехнологи не дадут мне соврать, что при выборах можно накрутить 5-10%, используя там админресурс и все остальное. А все остальное – это наша глупость и наши, как бы, несбыточные надежды. Спасибо. Спасибо. Теперь законы 2 минуты у каждого из наших гостей. Для этого вопросов накопилось много. Кому, как не вам, вам на них отвечать. Пожалуйста, Наталенко. Тема, звичайно, дуже цікава, складна. Два моменти. Перший момент, ну, начебто позитивний. За 25 років у нас весь час відбувалися вибори. Президент не був там більше 2 термінів, да, які мають за законом депутати. Обирались, перевибирались позачергово. Тобто навіть позитивна тенденція, вибори відбуваються регулярно, понад регулярно. Тобто є певна традиція. Це начебто позитив. З іншого боку, мала б уже виробитися тенденція голосування чесно, відповідально. Чому ж
Такого не відбувається. Ну, перше, суспільство бідне. Бідне суспільство ніколи не буде голосувати так, як ми з вами сьогодні цього хочемо, намагаємося. Який вихід? Вихід один – це запрацювати економічній системі, запрацювати системі малого, середнього бізнесу, тому що бізнесмена купити кілограмом гречки, да, середній клас, інтелігенцію, прошарок творчої, наукової інтелігенції – це неможливо. Хоча варіанти, звичайно, такі є. Тобто на вибори сьогодні ходять 30-40% людей, які зубожіють. В цьому основна проблема. Чи хочуть депутати, скажімо так, змінити виборця? Нема такого бажання, тому що всіх все влаштовує. Другий момент, абсолютно негативний, в тому числі для Миколаєва. Миколаїв в цьому плані перший. Це фейковість політики. Ми бачимо форуми, ми бачимо різноманітні, певні такі заходи, вау, все, клас, стратегії, гарні слова, гарні дівчата там ходять, гарні молоді люди, але нічого не робиться. Нема загальної концепції розвитку, абсолютно. Тобто є, я відремонтую вам під'їзд, ну вибачте, ну це не зміна системи, я відремонтую вам там вікно, ой, ви знаєте, я вам приберу. Тобто населення в свою чергу дає підстави для наших політиків, для наших кандидатів відремонтувати їм там скам'ячку біля під'їзду, і вони за них прийдуть проголосують. Тобто повна профанація виборчого процесу, яка й привела сьогодні до того, що місто Миколаїв – це будкоград, безвідповідальність депутатського корпусу, абсолютно, при тому будь-яких сил, чи то правих, чи то лівих. Ви знаєте, в 2012 році проводили дослідження по політичним програмам наших основних політичних сил. Три питання, які відрізнялися. Скільки давати за народження дитини, яка мова має бути українська чи російська чи двомовність і по блоковому статусу. Все, всі відмінності депутатів і програм політичних сил. Тому сьогодні оця фейковість, непрофесіоналізм, профанація приводить до того, що ні суспільства нема бажання щось змінювати, тобто, як ми сьогодні всі говорили, ми не бачимо, да, яким чином можна все це змінити. Є певний прошарок суспільства, я горда тим, що сьогодні в залі кращі представники українського миколаївського політикуму суспільства, це 10%, але вибачте, 10% не міняють ситуацію. На ситуацію впливають бабульки-дідульки, які ходять за гречку, голосують. Тобто процес зворотній. Депутат такий, тому що такий виборець. Виборець такий, тому що такий депутат. Все, крапка. З кола цього вийти можна єдиним шляхом. Це шляхом створення нормальної економічної основи розвитку держави. Да, на жаль, ми це говоримо на 25-26 році життя нашої держави. Так, я обіцяв по 2 минути, якщо в 30 секунд вложитесь з репліками, пожалуйста, 30 секунд. Якщо можна, наводящі два вопроса. Ну, перший, по поводу 10%, которые не способны. Да? Сколько людей на Майдан вышло в общем количестве от количества проживающих в стране? 3-4, да. Окей. Да. Сменили, да? Не 10%, сменили. Але це Київ. Ну, Київ. Почему Київ? А в Николаеве еще меньше людей на Майдане было. Да. Так вот, и второй вопрос. Вы сказали, вот нужно избавиться от бедности, зубожения и так далее. У меня вопрос такой. Относительно, вот эта бедность относительно кого? Мы бедные относительно кого? Поляков, румын, испанцев, англичан, олигархов наших. Ми бідні відносно кого? І що значить уровень бідності? Розумієте, бідність... Тобто, якщо ми станемо наскільки багаті, щоб ми правильніше голосували? Бідність – це не тільки категорія соціальна, а це ще й категорія гуманітарна, розумієте? Психологічна категорія. Я не йду на вибори, але я не відповідаю за свій вибір. Ну, просте питання товаришу, сусіду за столом. У всьому винен Майдан. Питання, ти голосував за Януковича в 2010 році? Да, голосував. Ти зв'язуєш свій вибір із трагічними подіями, з війною? Ні, не пов'язую. Все, питань нема. До виборця, це освічений виборець, це вища освіта, дві вищі освіти. Бідність, я говорю про бідність не в соціальному розумінні економічному, а в психологічному розумінні. Розумієте? Людина не відповідає за свої певні вчинки. Олексій Зеліков, 30 секунд. Добрий день. Да, да. Можна до вас трошки прокоментувати. Я взагалі людина не з влади і у владі хіба що по Фейсбуку. Мабуть, під впливом Олександра Солонтая, якого я недавно слухав, я зрозумів,
всі експерти згодні, більшість наших проблем не вирішується, а це просто піар, то може спробувати якраз підняти цю ініціативність людей, щоб вони почали думати над тими питаннями до політиків, які можна вирішити. В наші люди вірять у питання, які неможливо вирішити, і політики на них роблять свою політику. Дякую. Так, прошу трошки потерпіти експертів, бо ми так ніколи не дамо слово нашим гостям. Будь ласка, вам ще хвилину відповісти на ті питання, і потім по дві хвилини нашим гостям, нашим Андрію та Олександру. Будь ласка. Я дуже поважаю Олександра Салантая, його інститут політичної освіти. Але, знаєте, результати їх діяльності говорять самі за себе. Да, приїхали, провели тренінг, розказали, як потрібно робити. Ну, проблема сьогодні не в тому, щоб всі розуміють, як потрібно робити. Тут потрібно робити, розумієте? Ми бачили виборчу кампанію 15-го року в місті Миколаєві. Ми бачили ура нового кандидата, альтернативу, молодого, перспективного. Що ми на сьогодні бачимо? Ми бачимо втрачені надії, 16-й рік втрачений повністю для Миколаєва. Ми бачимо, немає стратегії розвитку міста Миколаєва. Ми бачимо, будки продовжуються будуватися, рекламні, як налаштовувалися, не по закону, так вони налаштовуються. А це приводить свого чергу до подальшого розчарування, розумієте? Я впевнена, що слідуючі вибори в місті Миколаєві на вибори міського голови будуть трагічні для міста і взагалі в цілому. Тому що люди розчаровані, абсолютно розчаровані діями нового, молодого, перспективного покоління. Дякую. Андрій Острів, потім Олександр Рахмановський, будь ласка. Мы тут все собрались, вот, ну, собственно говоря, люди, которые задумываются над процессами происходящими и не упускают, грубо говоря, выборы, и как бы после выборов как-то отслеживаем ситуацию относительно политики. В то же время мы употребляем то, что делают политики каждый день. Вот я сейчас слышу опять «лучше», «богаче», «беднее». А это все понятия относительные, они носят явно популистический характер. Явно популистический характер. Я вам скажу как политтехнолог, это очень хорошо работает на электорат. Вы станете жить лучше. Что такое лучше, это непонятно. Но каждый быстренько поставил свое. Я буду получать больше пенсию, я там пойду туда, я там третье, десятое и так далее. То есть это языком НЛП, это такие вот допущения, которые человек подстраивает себе сам. То есть вот, главное сказать, запустить триггеры, человек, собственно говоря, сам доработает остальное. Я хотел бы какую историю. Для того, чтобы наша программа принесла какую-то конкретную пользу, а не все свелось к тому, что все политики мудаки, а как следствие мудаки, как я уже услышал практически от всех гостей, единственное, я не говорил этого, сразу говорю, что у нас плохой электорат. У нас неплохой электорат, он у нас, грубо говоря, не подготовлен к выборам. Понятие институции демократии не очень знаком. Отсюда четкое убеждение, от меня ничего не зависит. На самом деле, формирование гражданского общества – это достаточно сложный процесс, и мы пошли каким-то иным путем, как страна на постсоветском пространстве, скажем, да, в сторону формирования гражданского общества, и, собственно говоря, до сих пор мы не сформировали. Но сегодняшние реалии говорят о том, что людей, которые считают себя гражданами, скажем так, осознанными гражданами, количество увеличилось. Это говорит о том, и о средствах массовой информации, и об участии в разного рода процессах, а главное в обсуждении, и еще самый важный момент в их освещении. Так вот, о чем бы я хотел поговорить и что сказать. Я попрошу еще минуту, Ярослав, если вы не возражаете. Оголтелый популизм. Есть такое понятие, которое, ну, популизм, да, а у нас он носит характер оголтелый популизм. О чем он говорит? Это обещания, которые не носят никакой реальной подоплеки. Никакой реальной подоплеки. Я сейчас не говорю о технологиях, как там подкуп избирателя, это то, что вот Евгений приводил, это подкуп избирателя вообще, ну, чистой воды. А я говорю о том, что политики пиарятся на том, что очень важно, и не имея никакой основы под своим обещанием. Яркий пример такого политика, да простят меня его сторонники, это Олег Ляшко, любимец Игоря, вот Игорь его очень любит. Это человек, который создает мифическую картинку
мифическую картинку. Я, ну, сколько его роликов, там, сколько его выступлений, я не смотрю. Это мифическая картинка, которая невозможна в осуществлении. Но люди, людям это нравится, потому что они верят вот в такое псевдочудо. И вот этот так называемое радикальное настроение у народа, когда все плохие, надо срочно что-то менять, вот они поддерживают такой оголтелый популизм. Кроме всего прочего, у оголтелого популизма есть еще одна сторона медали. Это, ну вот, две секунды, это сторона медали, когда берут на себя ответственность за то, что не свойственно этому конкретному, ну, этой конкретной посаде. То есть, например, не может снизить тарифы депутат городского или областного совета. Просто физически не может. Хоть он самосожжение на площади сделает, тарифы не уменьшатся. Это принимается в других кабинетах, в других институциях и совершенно в другом поле. Вот я что хотел сказать. Спасибо. Сейчас, господа, всех вижу, но я все-таки обещал законные 2 минуты каждому из наших гостей. Александр, пожалуйста. Не знаю, что сказать. Эти разговоры, как в студии, ведутся... В принципе, всеми умными людьми города, поверьте, мы собираемся в кофейне, и все говорят об одном. И нас, вот эти 2-3% людей неравнодушных, умных и неравнодушных, вот, это болезненно, ну, это болезнь, да, что делать, ну, преследует. На самом деле, почему всегда у меня прогнозы печальные, то, что говорил Зеликов, и задают вопросы, понимаете, никакой экономикой никогда, повторюсь, не объясняется политика. Поляки были нищие в 90-х годах, но у них была элита. Они жили хуже, чем мы. У них была элита, и они вышли. Они не велись на пакетики с гречкой. И они поднимали не экономику, они голосовали. И только потом они получили экономику как следствие правильного выбора. Так вот, наша проблема... Украины заключается в том, что нам зацепиться не за кого. Понимаете? Нету элиты, нету ни одного адекватного. Это я вам говорю, сколько я анализирую партии, общественников и так далее. Нету психически здоровых людей. Нету людей, которым я сказал бы, он будет неподкупен. Я недавно наткнулся на материалы, научное изучение... Может быть, Пранкевич, да, знаком, изучение борьбы с итальянской мафией, которую наши вот мамы, папы знают по капитану Катани. Так вот, там очень четко сказано, как преодолеть, в принципе. Первое, это должна быть какая-то силовая ветка власти, которая будет заниматься. Второе, это должна быть огромная поддержка народа. В Италии выходили 100-тысячные манифестации в городах типа Николаева против мафии. Ну, например, да, в данном случае, если мы перейдем на политику, да, против Солтиса, да, против хамства Солтиса. Третье, это люди, способные на самопожертвование. Ребята, их убивали просто. Если вы вспомните, да, то, что мы видели в фильмах, взрывали, вырезали семьями, повторяю, семьями. Это был стиль итальянской мафии. А в обязательном порядке с женами, детьми и так далее. Если, то есть у нас ситуация похожа на 80-е годы Италии. Если вы мне назовете хоть одного человека, хоть одного, честно положа руку на сердце, хоть кого-то вы знаете, может быть, или сами вы лично, кто готов у нас заниматься правильной политикой, то я лично пойду ему в рабы и буду помогать. А так мы только видим, к сожалению, и вторая проблема, что у нас есть... Серьезная градация на врагов и сторонников политика. Вот он пришел ко власти, у него есть враги вечные, а есть вечные сторонники. Вечные враги никогда ему не запишут добрые дела, которые он действительно сделал. Они все равно его будут ненавидеть. Это особенность опять же. Ну, например, как Ухмановский и Сенкевич. Сенкевич другой пример. Второе. Сторонники, они никогда не будут ему выставлять требования. Вот та вот секта, о которой мы говорим, они же не будут критиковать. Они будут всячески рассказывать, что Сенкевич хороший. В результате у нас происходит ложная, у нас происходит деформация. Потому что сторонники должны в первую очередь, да, требовать от политика, чтобы он делал то, что необходимо для того, чтобы остаться во власти, для того, чтобы они продолжали видеть его политиком. Поэтому пока что я не вижу вообще никакого выхода, кроме как эволюционного процесса, там, лет
50. Спасибо. Нам бы уже, конечно, пора вспомнить слова из Фауста: теория без практики суха, древо жизни пышно зеленеет, и перейти к конкретным примерам. Однако я всегда очень трепетно отношусь к тому, чтобы каждый из наших участников, независимо от того, гость он или эксперт, не чувствовал себя приглашенным ради массовки, а имел возможность высказаться. И поэтому вот у Романа Коптелова и Елены Бережной есть что сказать. Пожалуйста, вы, а потом посмотрим сюжет. Говорите. Добрый вечер. Я хотел бы задать экспертам и гостям студии более узкий вопрос. Мы все знаем, что у каждого своя оценка. Политика – грязное дело, я технолог, участвую в политике, и все равно это грязно, поэтому выбираем таких депутатов. Депутаты выбираются, потому что они популисты, либо что-то там обещают того, что ожидает определенное количество людей. Все мы знаем, сколько голосуют людей, вы сами называли такие цифры, но мы никто... Наверное, ленимся достучаться до тех людей, которые не голосуют, да, которые абсентеисты в этом деле. Давайте оставим это за гранью, потому что выборы, каждый выбор, они новые. И 15-й год показал, что выборы по открытым спискам, и мы получили то, что мы получили. Хотелось бы поговорить об ответственности, практичной ответственности. То есть мы сейчас имеем депутатов, депутаты, которые зашли по партийным спискам, как бы по определенным округам. Мне бы хотелось поговорить о том, как сейчас построить взаимоотношения людей, избирателей к депутатам. И кто должен быть ответственен за депутатов? Партия за депутатов или избиратели за своих выбранных там, кандидатов в депутаты? Вот мне бы хотелось услышать, что можно сделать, как можно достучаться до людей, как можно привлечь депутатов к ответственности, готовы ли депутаты... как бы к такому повороту, к законному. В законе прописано, как можно отозвать депутата. И готовы ли партии принять мнение людей, принять этот процесс? И возможен ли такой процесс в Николаеве? И вот хотел бы гостей спросить, технологов, которые знают, как работают с избирателями, знают, как работать с кандидатами. Вот мы, когда увидим эти ответы, мы поймем на самом деле, готова ли меняться политика, готовы ли меняться политики здесь. Потому что они будут понимать ответственность и будут понимать, что к чему приводит. Спасибо, Роман. Собственно говоря, Роман предвосхитил тот сюжет, который я собирался показать, и думал, что его комментарий как раз был бы абсолютно логичен вот после сюжета. Но в любом случае будем считать это подводкой. Пожалуйста, Елена Бережная, потом сюжет. Ну, я бы хотела остановиться на двух столпах того, что на сегодняшний день мы говорим действительно очень правильно. Все эксперты сказали, политтехнологи, что бытие порождает сознание или сознание порождает бытие. Да, мы имеем таких политиков, которых мы заслужили, но тем не менее никто из вот тех, кто, например, сегодня здесь присутствует, не является политиком. Потому что, давайте вспомним, сколько у нас поселковых, сельских советов, городских, областных. Это все местное самоуправление, это работа неоплачиваемая. То есть эти депутаты, люди, которые туда идут, они должны обеспечить себя на уровне там, пирамиды потребностей. Да, там, у них должны быть жилье, работа, дети должны быть обеспечены, материально. И тогда уже, когда человек чувствует мотив власти, поднимается настолько в своей миссии, что он хочет вокруг себя что-то творить прекрасное, доброе, вечное, вот где набрать такое количество сотни тысяч людей по всей Украине, которые должны реализоваться в жизни, должны иметь такой уровень миссии, уже уровень достижений в личной жизни для того, чтобы иметь желание идти в депутаты и быть совестливым, честным, прагматичным человеком, который будет исполнять свои обещания, прекрасно понимая экономическую ситуацию и свои возможности. То есть таких людей просто не набрать. Это кадровый голод, начиная сейчас есть во всех сферах. Это первое. И второе, что мы помним в Европе Святая Инквизиция всех красивых женщин в большинстве своем называла ведьмами и торжественно сожгла. И мы сегодня видим, как это повлияло на генофонд, что сегодня глазу не на ком отдохнуть, если, ну, простите, не хочу никого оскорблять, там, да, там, немцы, англичане и так далее, французы. Что у нас произошло с нашим генофондом украинцам? У нас, нас три голодомора, один из там, которые проходили уже в 20 веке в центре Европы. Мировые войны, все это на генофонде украинцев заставило нас видеть власть, в первую очередь, всемогущей, бояться ее, прощать ей все, и опять-таки наш уровень притязаний скатился либо до избегания, мы не замечаем власть, либо до игнорирования, да, и, ну, презрение, оно такое, оно тихое на кухне, себе это мы можем попрезирать, поплеваться в телевизор, но мы не способны влиять на власть, потому что мы ее боимся.
И уровень притязаний тех же людей, которые обращаются к народным депутатам, в первую очередь, с вопросами побелить скамейку, поставить то, что вы говорили, это уровень притязания людей. О чем можно говорить, если мы не работаем над собой? Отзывать их, назначать других, придут не марсиане, придут те же самые люди, такие же, как мы. Поэтому я вижу просто развитие гражданского общества в том, чтобы начинать воспитывать детей и надеяться на то, что они когда-то к этому придут. Но вот воспитание гражданского общества, есть ли такие модели в мире, которые мы можем применять к себе и говорить, да, вот запуск вот этого механизма позволит нам воспитать осознанное гражданское общество через 10, 15, 20 лет. Если они есть, поделитесь, пожалуйста. Спасибо. Как бы много было, да, вот разговоров о том, что, ну, есть некие абстрактные рассуждения вообще, да, а есть вот конкретно там совсем новейшая история. Ну, вот в данном случае прозвучало, что а где же там те депутаты, которые готовы вот своим благосостоянием пожертвовать. Вот Федор Бондарь подготовил сюжет под названием, ну, вполне банально, вот «Бесянки-цатянки». Полностью он как бы обрисовывает смысл этого сюжета. Так вот, все персонажи этого сюжета, начиная от самого верха и заканчивая областным советом, о котором там в конце пойдет речь, люди вполне себе обеспечены. Скажем, господин Барна отнюдь не нищий. Да и, в общем, Ясинский тоже, равно как и целый ряд других. Однако что-то не работает. Посмотрим сюжет. Політики дуже не люблять згадувати свої передвиборчі обіцянки, за невеликим винятком, коли потрібно максимально розпіарити виконання якоїсь із них. Пам'ятаєте найбільш резонансне протиріччя у поведінці Арсенія Яценюка як глави уряду по відношенню до нього ж як опозиційного політика? Йдеться про обсяги газу власного видобутку, їх вартість та об'єктивну начебто необхідність підвищувати тарифи для населення. Недарма у нас ціла приказка є, обіцяного 3 роки чекають. Хоча у випадку з президентом, може і усі 5, або й другий термін знадобиться. Через пару місяців буде 3 роки з моменту обрання Петра Порошенка президентом України. І якщо припустити, що він дивився далеко вперед, не збираючись одразу виконувати все обіцяне, за 2 роки, що залишаються, йому потрібно неабияк напружитися, щоб реалізувати положення своєї передвиборної програми. Наприклад, таке. Виконавча влада в областях належатиме не призначеним згори губернаторам, а виконкомам, сформованим облрадами, обраними людьми. Кінець цитати. Або вже сакраментальне про безвіз. Можливість вільно подорожувати до Європи дасть якнайшвидше запровадження безвізового режиму з ЄС протягом уже 1 року мого президентства. До кінця ж терміну моїх повноважень розраховую добитися необхідних політичних рішень з боку ЄС та розпочати переговори про повноцінне членство України в Європейському Союзі, щоб жити в сім'ї вольній, новій. В економічній сфері кандидат в президенти Петро Порошенко написав все, наче з прогресивного підручника. Соціальні стандарти будемо підвищувати одразу після того, як побудуємо нову економіку, будемо нещадно боротися з хабарниками, кількість податків слід скоротити, ставки зменшити, всі офшори перекрити. Остання позиція виглядає найбільш цікаво у світлі уприлюднених торік даних з так званого панамського архіву. А крім офіційної програми, наданої до Центрвиборчкому, кандидати багато чого обіцяють, спілкуючись з людьми на вулицях або з журналістами. Поставте себе на місці людини, яка взяла кредит в валюті для того, щоб купити квартиру, молода родина. І вони розраховували на курс 8, а зараз курс 13, 14. Що їм робити? Ми повернемо курс. Повернемо курс як мінімум до економічного ґрунтового. Курс не має бути вище 10. Солдат, який воює в бою, там срочників не буде. Там будут добровольцы. Получать он будет 1000 гривен в день. Его жизнь будет застрахована и здоровье на 1 миллион гривен. 20, запиши. 26 мая. Розбіжності між проголошеним і зробленим помітні на всіх рівнях. Взяти хоча б місцеві ради. Опозиційний блок йшов на вибори під гаслом боротьби за пересічного громадянина, про якого нинішня влада не піклується. Партії, як кажуть, демократичного спрямування, також обіцяли вболівати за людей. Але ідеологічно це сили протилежні, не кажучи вже про слід у новітній історії держави. Що ми мали б спостерігати, наприклад, в обласній раді? Зіткнення світоглядів, міжпартійні дискусії, непримиренність у ключових питаннях. Ну і непогано було б відчути реальну турботу про тих, хто цих депутатів обрав. Насправді ж, маємо суцільні договорняки ідеологічних ворогів,
Особливо ефективно працюють домовленості у випадку голосування за економічні питання. А для вирішення кадрових застосовують навіть спеціальний шифр. Ймовірно, у кожної фракції свій знак, і одразу видно, чи по-пацанячому вчинили учасники домовленості. Отже, читаючи Фейсбук, зокрема пости Олени Бережної, я знаю, що їй завжди є що сказати з цього приводу. Крім того, нещодавно вийшла дуже цікава дискусія на сайті Ніквісті, де Роман Каптілов також брав участь. І я хотів би поговорити вже про те, що стосується безпосередньо нас. Я думаю, що навряд чи ми що тут можемо зараз пред'являти героям, так би мовити, небожителям, які фігурували у цьому сюжеті. Втім, говорячи про те, що тут зовсім поруч, ну, напевно, що можна знайти якісь рецепти. Будь ласка. Рецепти для людей, які голосують і які потім можуть применять к своїм же депутатам, своїм избранникам определенные требования, вони, безусловно, состоят в том, что человек должен интересоваться в первую очередь тем, что его окружает. И если у нас будет какое-то если мы говорим о гражданском обществе, если уровень притязания людей будет соответствовать уровню этих политиков, и опять-таки механизм императивного мандата, отзыва депутатов, ну его нужно хотя бы отрепетировать. Если даже не получится отозвать, потому что процедура согласно закону она настолько сложная, что довести ее до конца практически физически невозможно, имея в виду, что там нужно проходить и судебные инстанции, регистрировать это все официально, собирать подписи, то хотя бы люди могут подняться над своим страхом перед политиками, иметь силу, возможность поднять вопрос на такой уровень, чтобы политической силе было удобнее отозвать своего депутата. Все равно на его место придет из той же партии другой из этого же списка, список продвинется, чем рисковать своей репутацией. Но для этого гражданское общество должно держать свое слово. Если оно объявляет бойкот образовавшимся партиям, они должны больше за них голосовать. Лен, скажите, пожалуйста, есть фракция очень порядочных, в принципе, людей, действительно не сотрясаемые никакими скандалами, фракция «Відродження» в областном совете. Ну, вы понимаете, почему я спрашиваю «Відродження». Был ли любым из членов этой фракции, не запятнанным никакими скандалами, инициирован какой бы то ни было вопрос, касающийся членства Барни среди, в депутатах вообще и в руководстве, в качестве руководителя бюджетной комиссии, в частности, был ли, каким бы то ни было образом, поднят вопрос, ну или просто, не знаю, морду набили там в коридоре господину Юсинскому за его поведение, было ли каким бы то ни было образом продемонстрировано свое отношение к господину Скорому, презирающему символы государства Украины и так далее. Почему я это спрашиваю? Да, безусловно, есть люди. И я думаю, что присутствующие здесь в той или иной степени могут привести различные примеры своего личного участия в различных выступлениях по поводу того, что происходит в областном совете. В то же время есть господин Талпа, который возглавляет комиссию по депутатской этике. Он говорит, не обращались к нам? Мы любой вопрос рассмотрим. Не спрашивали, не обращались. Мы сейчас еще посмотрим один сюжет, но немножко перед тем поговорим относительно того, кто и как может влиять на тех, кто с ними связан непосредственно. Давайте не будем все оставлять как бы на роль людей, которые пойдут помашут флагами под администрацией, а потом в этом здании все сделают по-своему. Есть что ответить? Ну, я скажу, в данном контексте я сейчас не могу комментировать с точки зрения политической силы непосредственно. Для этого есть другие методы и механизмы, но... Я просто не знаю, вы знаете, мне сейчас расскажете. Когда депутаты не голосуют за отчет главы областного совета, в который должна входить деятельность всех депутатов областного совета, а не только главы областного совета, и когда идет речь о том, что все скандалы и претензии, которые были в течение предыдущего года, до сих пор не выяснены, и на это закрываются глаза, то когда фракция не голосует, она таким образом проявляет свою позицию. А бить мордой в кулуарах, ну, наверное, мы опять скатываемся до уровня аборигенов, хотелось бы немножко изменить эту политику. Не знаю, иногда мне это кажется единственным возможным способом. Пожалуйста, Роман. Вы хотели поговорить об областном совете. И в частности, да. О сюжет последней сессии. Сюжет мне понравился, сессии. Особенно, где областному совету уделяют очень мало внимания. А сейчас хотя, мы о нем отдельно поговорим. Достаточно много и скандалов, и всего, и было много озвучено тех вещей, которые депутаты не должны делать и должны отвечать перед избирателями и перед собой в том числе. Я хочу еще
поддержать вашу позицию по депутатам, которые там не поддерживают там символику государства, не посещают свое место, не выполняют свои функции. Здесь не то, чтобы люди флагом помахали, да? Мне кажется, проблема в том, что как раз вот о деятельности депутатов и о том, что они есть, существуют, знают очень мало людей. И если бы люди больше узнали, что они имеют, какое влияние они могут на депутата, что они должны приложить к тому, чтобы он отвечал за свои поступки, за свои слова, за свои обещания, они бы этим воспользовались. На то и есть как бы общество гражданское, его нужно обучать, ему нужно давать те инструменты, которым он обязан пользоваться, может пользоваться и по отношению к депутату. Поэтому флагами махать это одно, просто я думаю, что все равно сейчас такое время, и если будет прецедент и покажут результат, будет ли он позитивный, негативный, вот есть такие случаи вот в Днепропетровской области, да, там, где отозвали уже депутата, и партия взяла на себя ответственность, и на съезде убрала своего депутата, и есть другие, соседняя область, Херсонская, в которой практически все партии инициировали отзыв своих депутатов, но вот вопрос, возвращаясь к моему вопросу, готовы ли сейчас вот в Николаевской области партии отвечать за своих депутатов? И готовы ли депутаты как бы слышать своих избирателей? Хорошо, спасибо. Хорошо, тогда давайте. У меня как бы тут есть один сюжет, я очень хотел бы, чтобы у нас все-таки мы больше говорили между сюжетами, есть кому что сказать, однако, чтобы совсем не потерять тему, давайте посмотрим сюжет, который подготовила Мария Савицкая, отвечающий на практически все ваши вопросы. Цей матеріал – така собі ретроспектива про наміри та їх наслідки. На початку минулого року в області змінилося керівництво партії «Блок Петра Порошенка». Замість Андрія Вадатурського організацію очолив Юрій Бірюков. На той момент не тільки відомий волонтер, а й цілий радник президента України. Разом з ним, як член команди до нашого міста, приїхав Олександр Нойниць. В принципі, можемо його назвати місцевим ідеологом партії. Під час одного з ефірів програми «В деталях» 29 квітня 2016 року Олександр чітко визначив, навіщо приїхав до Миколаєва. Є така езотерична інформація, не всім відома, що в країні Україна йде війна. Но есть такие сепаратисты, которые стреляют в украинцев, и поэтому с ними все просто. В них можно стрелять в ответ. А есть такие сепаратисты, которые в украинцев не стреляют, которые говорят, что они занимаются политической борьбой, что они являются оппозиционерами, что они просто выступают в качестве противовеса вот той вот какой-то имеющейся государственной украинской политике, и поэтому стрелять в них нельзя. Но делать с ними что-то нужно, потому что на самом деле прикрываясь политическими лозунгами, а они все равно занимаются тем, что разрушают украинскую собственную экономику и очень серьезно мешают Украине развиваться. В данном случае мы говорим об оподблоке. Конкретно в Николаеве мы говорим об оподблоке. Олександр Нойниць казав, що партія регіонів була клубом за інтересами, який розсипався, щойно в Україні почався конфлікт. Партия регионов распалась, и те ребята из партии регионов, которые оказались, которым нужен был не бизнес-клуб по интересам, а которым нужна была именно политическая сила, которая будет заниматься разрушением Украины, вот они вошли в оппозиционный блок. Найнебезпечнішим опозиціонером в Миколаївській області Олександр Нойниць назвав депутата обласної ради Вадима Олабіна. Він, за словами Нойниця, серйозний гравець, до того ж агент ФСБ. Щоправда, докази цьому є лише непрямі. Є набір косвенних, як це сказати, косвенних улік. Якщо б у мене були прямі документальні уліки, то зараз би взагалі ні о чому було б говорити, тому що зараз би вже зовсім, ну, тут би на моєму місці, вероятно, сидів би прокурор і розказував би номера відкритих діл, або начальник СБУ. Боротьбу з не таким небезпечним противником, як Олабін, рік тому розпочав і Юрій Бірюков. Новинні сайти швидко розтиражували його переписку з головою опозиції Ігорем Дятловим. Взаємний обмін реверансами. Як це не дивно, далі соціальних мереж так і не пішов. Я как бы как советник президента Украины имею право обратиться в службу безопасности Украины и узнать расклад по тем или другим лицам в Николаевской области, что я, собственно, и сделал. Тайну следствия мне не передавали, они не имеют права, а я тайну следствия, соответственно, не рассказывал у себя в своем фейсбуке. Правда?
То есть я констатировал факт. Да, я пообщался. Не только по лидерам оппозиции, я вообще просто хотел узнать криминогенную ситуацию по Николаевской области. Если вы думаете, что я с утра до вечера только и думаю, как бы рыкнуть на господина Дятлова, да нет, наоборот, я в последнее время через все тот же Facebook его призываю вернуться. Вернуться в Николаев, потому что очень хочу с ним познакомиться и пообщаться. А отнюдь не рычать на него. И на фоне всего этого мы еще параллельно занимаемся разработкой стратегии развития. В частности, вот как раз у нас сегодня две рабочие группы в офисе партии работали как раз над стратегиями развития. Та й всередині обласної організації БПП ніяких змін. Багато говорили про дива, які видає народний депутат Аркадій Корнацький. Тут можна пригадати і депутата обласного Федора Барну, якого називали одіозною фігурою. Бірюков казав, що Верховна Рада не його парафія, а от в області крапки над «і» розставимо. Как глава областной организации я, увы и ах, никак не могу решить вопрос с депутатами уровня Верховной Рады. Угу. У нас нет. Но у вас есть прямой контакт с президентом, на секундочку, вы на этом акцентировали внимание? Опять же, у нас отчасти демократическая страна, и президент не имеет права исключать народного депутата из фракции. Если у нас есть возможность с помощью там, тех же норм оперативного мандата влиять на депутатов областного там, и городского районного уровня, этим мы будем пользоваться обязательно. А с народными депутатами уровня Верховной Рады будем вести просто консультативную переговорную работу для того, чтобы ну, как-то вырабатывать единую нормальную позицию. Тож, задекларований похід на боротьбу з невірними виявився боротьбою з вітряками. Опозиційний блок не тільки не розвалився, а й в обласній раді, наприклад, злагоджено голосує з пропрезидентською партією. Жодна кримінальна справа щодо сепаратизму до логічної крапки доведена не була. Отже, пан Бірюков і пан Нойнець, я думаю, дещо запізно для себе зрозуміло, що ну, багато чого тут розповіли. І відтепер у нашу студію для того, щоб відповісти на зрозумілі запитання доколі, вони не ходять. Вони ведуть активне життя у Фейсбуці, активно змагаються у сутичках під Килимом. Втім, нам не доводиться як якимось чином відкрито зрозуміти, де ж воно. Втім, було запропоновано з одного боку достукуватися до тих, хто може щось зробити, з іншого – будувати громадянське суспільство, з третього не можна бити пики, бо це аборигенство. А що ж робити, якщо ті, від кого безпосередньо залежить очищення рядів, ті, хто дуже багато каже про те, що ми є уособленням влади, ми проводимо очищення, ми маємо показати нову політику, не тільки нічого не роблять, а навпаки, роблять все можливе для того, щоб показати, а ми нічим не відрізняємося від попередників. Є якісь коментарі? Пане Романе, будь ласка. Давайте так. Я не привик обсуждати тих людей, які не в студії. А они не ходят, их нельзя обсудить по-другому. Ну, это самый простой способ, когда можно кого-то определить, где он есть за телевизором, за экраном, обсуждать, говорить, что сделал, что не сделал. Знаю, что ну, как бы нужно в данный момент в областном совете проблемы по отзыву депутатов как раз есть у других партий, о которых в сюжете не было сказано. Как минимум, по моему мнению, есть проблемы у партии Юлии Тимошенко Бьют, да, там, где депутат этой партии там, в нетрезвом виде. Об этом был сюжет на прошлой передаче. Рассекает по городу. Есть другие депутаты, которые не посещают заседания. Есть депутаты, которые тоже оппозиционному блоку просто не нужны, потому что они, по сути, не голосуют, как они нужны. И вопрос в том, как раз в третьем, возвращаясь к моему вопросу, готовы ли партии, по-моему, вот если отвечать, то тот же оппозиционный блок обязан поддержать инициативу людей по отзыву депутатов, потому что они заинтересованы, чтобы вернулись ниже стоящие по списку голоса им. Что касается других партий, вряд ли там с депутатом Скорым согласится его партия его отозвать, потому что они просто не могут себе позволить такого, чтобы... Ну, то есть сама партия не существует, если нужно собрать съезд, нужно со всей Украины собрать людей. Вопрос, давайте говорить не о том, что кто за что отвечает. Вопрос в том, что мы сейчас говорим о
депутатах, которые выбрались, и о избирателях, которые верят им, и на следующих выборах они опять же им поверят. Вопрос как раз о том, что нужно сделать, чтобы такого не было. Ведь на прошлой сессии областного совета как раз и были выставлены те вопросы, которые маркируют то, что мы сейчас обсуждаем. Готовы ли по депутату Скорому обратиться к партии, чтобы партия поддержала отзыв этого депутата. Все это было игнорировано, поэтому я думаю, что мы увидим в ближайшее время в областном совете множество изменений, которые помогут и переформатироваться областному совету, и усилиться другим партиям, и показать как бы центры влияния. И самое главное, что я думаю, что многие партии поймут, что в данный момент нужно сейчас показывать деятельность партии людям, избирателям. Потому что в данный момент партии, многие партии финансируются за счет государственного бюджета. Это огромная ответственность перед людьми, огромные возможности и риски. Не каждая партия в состоянии переварить те деньги, которые есть, в законном пути. Некоторые там люди, которых я видел на экране, всего лишь там заказывают рекламу на телевидении и говорят какие-то популистские лозунги. Другие партии расстраивают сеть, систему, открывают приемные, офисы, и я думаю, это самый правильный способ, самый правильный возможный способ общаться с избирателями, до тех, которых не достучались на прошлых выборах, либо которых переубили. Поэтому очень важно, чтобы партия сейчас несла ответственность за депутатов, которые есть, и контролировала их работу, а депутаты занимались той деятельностью, которой они должны заниматься внутри фракции, внутри там, тех советов, которые есть, чтобы принимать те законы, поддерживать те законы, которые для людей важны. Давайте это обсудим. Ну, вообще-то мы пытаемся именно это обсуждать. Вот Сергей Дебров, а потом Константин Картузов, наконец-то. Да, Алексей. Хочу сказать, протокол занести, что то, что я сейчас скажу, это не призывы к свержению существующего строя, это анализ. Вот мы сейчас обсуждаем вопросы отзыва отдельных депутатов, но это мне напоминает вопросы устранения отдельного красного прыщика при болезни корью. Вот прыщик особо красный, давайте к коре обратимся, чтобы корь его, значит, убрала, и вместо него поставила другой, более розовый. Это лечение симптомов, но не лечение причин. В чем проблема? Обычная, банальная управленческая задача. Государство, государственная структура, местное самоуправление, госорганы – это структура, построенная из людей. И раз уж мы говорили слово «инквизиция», я напомню, что каждый человек грешен, каждый человек подвержен соблазну, каждый человек слаб в своих грехах. Каждый человек есть ненадежным элементом. Создать надежную структуру из ненадежных элементов – это банальная инженерная задача. Для этого имеются механизмы делегирования ответственности, контроля, доверия. Доверие – это не просто процесс «я тебе доверяю, делай, что хочешь». Нет, это процесс, это механизм, это инструмент с ограничениями, с отчетностью, которого у нас нет. Для того, чтобы решить задачу, давайте банально посмотрим на другие структуры подобного плана. Например, раз уж мы говорили об инквизиции, давайте возьмем католическую церковь. Выборы папы, всенародные выборы папы происходят? Нет. Там собирается конклав авторитетных людей, которые закрывают двери, и мы не знаем, как они происходят. Если они не сделают вовремя, придут люди, не пойдет черный дым, разберут им крышу, там выставят, выберут других, потому что без папы жить трудно. Никаких местных, всенародных, общих там, и так далее выборов нет. Возьмем другую структуру, тоже довольно устойчивую, криминальный авторитет. Когда 30 лет назад криминальная стилистика, криминальная музыка и так далее стали общенародными, это значит, что криминал, в общем-то, стал способом жизни для... Раньше он был 1%, сейчас стал 10%. Как выбираются... Вы знаете, как трудно? Вот вы не представляете себе, как трудно найти хорошего, честного держателя общака. Это дикая управленческая задача. Как это происходит? Собираются авторитеты. Мы не знаем, рядовые члены банды не участвуют в выборах. Собираются люди, которые имеют авторитет, которые есть чем рисковать, и они выбирают. Возможно, все-таки дело в том, что действительно способ жизни общества устанавливает 1%. 5% это потолок. Активно участвуют в политической жизни. Вот там идет борьба. И победившая фракция, назовем это так, она она предлагает всему обществу свой способ жизни, свой набор ценностей. И он принимается 95% с удовольствием. И дальше эти 95% живут, считая, что это и есть, собственно, их история, их способ жизни, их ценности, скрепы, не знаю, там уже как это называется. Возможно, здесь где-то нужно менять, не прыщики удалять, а как-то менять систему подбора кадров, внедрять другие механизмы непрямых выборов. Например, есть прекрасные республиканские механизмы, там, жребия среди равноправных граждан, есть механизмы консенсуса. Может быть, все-таки будем в эту сторону копать?
Спасибо. Спасибо. Костин Картузов давно тянет руку, потом Алексей Зелько, потом эксперты. Мне кажется, секунду, Алексей, вас не слышат. Микрофон, да, пожалуйста. Мне кажется, что вот мы все хотим упростить до тех моделей, которые нам понятны. Ну, например, такой аспект, очень часто люди голосуют не потому, что поверили в обещание, а голосуют против. Есть так называемое протестное голосование, и буквально единицы политологов, но некоторые говорили, что там в США есть 10 миллионов человек, которые ни разу не голосовали. Тут они пришли, проголосовали, и этим они изменили. У нас есть, условно баллотируется женщина, у нас мужчины проголосуют за мужчину, потому что они не хотят видеть там своим депутатом женщину. Или же там проголосуют, если там это будет кандидат, например, не там той национальности, которую надо, могут проголосовать против, и неважно, какая у него программа. Это ну, такой вот тезис, почему там этот вопрос вообще мы не поднимаем. Второй момент. У нас в сюжете было там программа партии. Никто не читает программы партии. Я один раз, ну, мне было интересно, я изучал программы партии, меня хватило там на 3 или на 4 партии, я для себя сделал открытие, я считаю себя ну, достаточно, в принципе, грамотным человеком. Оказалось, у нас, как мне считал, я партию «Свобода» правой, она оказалась левой. У нее абсолютно левая программа. То есть вот эта вот ленинская, которую невозможно перебить, землю, крестьянам, заводы, рабочим, власть, советам, это левая идеология, а ну, левая идеология у нас у правых партий. И если вы возьмете программу всех правых партий, они все левацкие. И третий момент. Возьмите, и наоборот, конечно. И третий. Наука – вещь, ну, которая любит какие-то измеряемые вещи. Если вы возьмете карту Польши, возьмете карту, где обитание, ареал обитания диких кабанов, вот наложить, да, где дикие кабаны живут в Польше, а потом возьмете, наложите карту результатов последних выборов президента, абсолютно совпадет до села, где больше диких кабанов правые, где меньше диких кабанов левые. И это абсолютно четко объясняется. Польша, посмотрите результаты выборов Польши, она разделена. Разделена она под той границей, где часть Польши входила в Российскую империю, и там были одни законодательства по диким кабанам, а часть Польши не входила в Российскую империю. Там было австро-венгерское законодательство по диким кабанам. В зависимости от этого прошло там 150 лет, там 100 лет. А ментальность у людей, она не поменялась за 50 лет. Сотни лет проходят, прежде чем у людей начинает меняться ментальность. Ну и последний вот такой тезис, как говорится, кто виноват и что делать. Сегодня папы, самая длинная монархия, действительно, в истории человечества, это папа, более 2000 лет. Там другие механизмы. Возможно, нам надо менять механизмы. Я, если бы я пошел в депутаты, вот мне предложили бы, я бы не пошел, например, в Верховную Раду или в областной совет, я пошел в городской совет. Но там бы я занимался только вопросами, которых я понимаю, вопросами образования и культуры. Я не смог бы заниматься вопросами дорог или вопросами там, ну я не знаю, там бюджета или что-то. Я в этом не понимаю. К сожалению, когда я своих вот там соседей там спрашиваю, а за кого мы будем голосовать? Ну как, за того, кто сделал детский праздник, покрасил скамейки. Я понимаю, что, и да, депутаты городского совета не получают зарплату и заседают там в свободное от работы время. И я понимаю, что условно молодому, там, красивому или там умудренному сединами и опытному единственный, который не может позволить покрасить скамейки, поставить качельки или сделать еще что-то подобное, единственный способ попасть в совет, чтобы что-то менять, искренне менять, это через партийный список. Да? Но придя в партию, я хочу сказать, что я скажу. Ребята, у нас там 20 лет не комплектуются там школьные библиотеки, или у нас вот здесь есть проблема, там мы не издаем местных чудесных авторов, и мне скажут, эта проблема народ не волнует. Там народ волнует духи проблем. Я понимаю, что по большому счету мы опять будем и с плохими дорогами, и с плохими школьными библиотеками. Потому что вот это вот замкнутый круг, который возможно, чтобы поменять, возможно, надо менять какие-то механизмы вообще формирования. Я не знаю, надо вот искать... Спасибо. Вот уважаемые эксперты, я все-таки призываю вас следить за таймером. Вы говорите очень хорошо, очень интересно, однако нам до конца программы остается все меньше времени. Мы даже еще пара человек, которые совсем не говорили. Вот, например, Алексей Продисвит. Алексей Зеликов. Алексей, если вам есть что сказать, пожалуйста, присоединяйтесь. Достаточно... Скоро намагаюся зробити це. Хочу запропонувати, я запропонував це меру вже, недавно ми там зустрічались в одній медособойчику. Є конкретні способи, методи і виховати суспільство, і надати йому можливість впливати на ситуацію. А яким чином можна впливати? Ми продивились просто студентами, ну, я не студент, але зі студентами ми подивились, які є можливості в нашій раді народу, громадянам щось пропонувати. Виявляється, в Україні
І в статутах міських рад це має бути засновано, записано. Є право законодавчої, ну не законодавчої, а ініціативи від громадян для звернень. В нашій раді воно так прописано, що це зробити неможливо. Тобто там можна збирати кучу підписів, там 50% має бути щось, чогось зібрано від територіальної громади. Тобто, от подивились подетально, от прямо при нас лектор відкрив ноутбук, зайшов на сайт міської ради, подивився статут. Каже, ну ви розумієте, оце нереально зробити. Якщо ви навіть дуже розумні, дуже у вас є якась сильна команда, ви підете оцим шляхом, ваша законодавча ініціатива не дійде до депутатів. Я запитав це в Олександра Федоровича, він подумав, подивився, обсудили, і він сказав, що цим ніхто не займався. Тобто, людям ніхто навіть не намагався прописати можливість подавати якусь ініціативу. Я подаю свої ініціативи досить багато. І чисто користуючись якимись особистими зв'язками з деякими депутатами, я маю можливість подавати на якісь депутатські комісії і потім там розробляють рішення. Є існує якась група людей, от я знаю, останнім часом популярна в Фейсбуку антимафія. Тільки за рахунок того, що є окремі депутати, яким співчувають, та сама Свєта Таранова і ще хтось, розробили рішення розриву договору з тою україночкою на колесі. Якби не було підтримки конкретних депутатів, ніякого б рішення у сесійну раду з голосу від Олександра Саркевича не було б. Тобто громадяни, навіть якщо вони цього хочуть, вони не зможуть туди донести це рішення. Ви будь ласка, людей треба щось робити з цим. Ви щодо україночки на тих людей зверталися. Треба було напряму до пані Кисельової звернутися, вона вам допомогла. Олексій Продисвід багато з якими ініціативами звертався. У нього, думаю, є просто не те, що там сумний список, а цілий мартиролог його ідей, які він поховав протягом останніх 2 років. Будь ласка. Спасибо за возможность высказаться. Да, на самом деле было огромное количество обращений, как и городской власти, так и там какие-то там были обращения когда-то и по районам области, вот, которые не были поддержаны. Я хочу сказать вот о чем. Сегодня возникал вопрос, почему мы считаем, что мы должны жить лучше. Да просто потому, что мы можем жить лучше, потому что мы этого хотим. Почему мы можем жить лучше? Потому что в нашем государстве достаточно ресурсов, справедливое распределение которых может дать всеобщее благополучие. Проблема в чем? В неэффективности. Украина занимает там, в пределах 10 последних мест в рейтинге мировых государств по уровню эффективности управленческой деятельности. Дождаться депутатов эффективности управленческой деятельности, ну, мне кажется, придется не скоро. Единственная надежда – это институты гражданского общества, которые также недостаточно активны по той простой причине, что слишком мало кейсов перемоги и слишком мало кейсов зрады. Вот когда будет много успешных примеров того, что можно влиять на власть, можно лоббировать, можно принимать какие-то процедурные документы, которые будут совершенствовать управленческие процессы, тогда, возможно, мы начнем жить лучше. Другого варианта я не вижу, к сожалению. Спасибо. Александр Финьков, Дмитрий Канарский, пожалуйста. Справедливость существует только в языках, придуманных человеками. Не существует справедливости в живой природе. Пока мы рассказываем людям о перераспределении справедливым, еще что-то, мы врем. Чаще неосознанно. Есть политики, которые делают это осознанно, у них работа такая. Людям, думающим нам, вот этим вот самым нескольким, мы льстим себе цифрами 5-10%, их 2,5, ладно, пусть будет 5, так жить легче, очень важно доносить информацию о том, как на самом деле, до всех тех остальных, которые нас слушают. Ну, давайте будем честными. У нас очень большой круг общения, который с нами общается для того, чтобы задавать вопросы и получать ответы. И, ну, Советский Союз закончился, люди не равны, люди не одинаковые, у всех разные ресурсы, разные способности, разные возможности. Надо быть честным по отношению к эволюции, которая дала тебе вот такой кусок возможностей. Ну, так используй их не только на благо себе, но на благо окружающих. Разъясните своим знакомым избирателям, что справедливости не бывает, и когда вам обещают, что будет всем поровну, вам врут. Может быть, неосознанно, скорее всего, осознанно. Объясните избирателю, что нужно спрашивать у того, кого, за кого вы уже голосовали, а что он уже сделал. И как только начинаются глаголы в будущем времени, прерывать, хамить, грубить, что угодно.
только в прошедшем времени, когда начнут использоваться глаголы, тогда вам, может быть, начали говорить там какой-то кусочек правды. Не ждите справедливости, ждите честности. Пусть вам скажут: я не смог, я не смогу, и я даже не буду пытаться этого делать. Вот с этим человеком уже есть о чем говорить. Как только вам начнут рассказывать о справедливости вместо честности, вам врут. Дорогие избиратели, ждите честности, ждите глаголов в прошедшем времени и обязательно запоминайте имена тех, за кого вы голосовали. Если вы сейчас не помните, кто ваши кандидаты, сходите в интернет. Не умеете пользоваться интернетом, позвоните тому, кто умеет пользоваться, узнайте, как зовут ваших депутатов и добейтесь от них ответов с глаголами в прошедшем времени. Спасибо. Дмитрий Кандарский, Евгений Воловой, Александр Викторович, пожалуйста. Я, если можно, продолжу то, что начала Аля, то есть какие-то практические советы нашим зрителям. Советы постороннего. Да. Я хочу обратить ваше внимание, что наш, ну вот так в целом, общественно-политический строй, так вот принципиально его позиция, это оседлость. То есть мы живем здесь, на этой земле, мы что-то созидаем, и, собственно, за счет этого разнообразия выполняемых работ, там, производимых продуктов, мы, собственно, и живем. Поэтому я буду оппонировать вот Александру Ухмановскому в том, что он считает, что политика первична, первичная экономика первична, это для меня абсолютно естественно. То есть первично благосостояние. Нужно выбирать себе всех. Можно я, ну, несчастлив от своей власти, поверьте, там нет демократии. Не Саша, будет. Дайте закончить, пожалуйста. Да, можно продолжу. Да. Обратите внимание, что любая деятельность политика должна для вас сводиться к тому, что сколько он создает рабочих мест для тех людей, которые хотели бы работать. Потому что все мы хотели бы работать. Я, честно говоря, не хотел бы здесь сидеть и там в течение 2 часов обсуждать, почему так плохо. Мы и так знаем, почему так плохо. Давайте обсуждать то, как из этой ситуации выйти. Я считаю, что мы обязаны требовать от политиков создания рабочих мест, и как минимум мы выбирать должны тех, которые будут думать только такими категориями, и не слушать ни в коем случае тех людей, которые мыслят такими, ну, вообще упоминают постоянно такие абстракции, как бюджет, как его наполнение и так далее. Те люди, которые свободно ворочают миллионами, которыми они не владеют. То есть это все жонглирование какими-то фактами. И опять же, это опять игра в политику. Политики никакой не должно быть. Должна быть экономика, должно быть благосостояние. Я хочу ходить на работу, я не хочу выбирать целыми днями, я не хочу участвовать в этом всем. И единственный вариант для меня приемлемый — это какая-нибудь там развитая страна, в которой люди вообще не знают, кто у них президент, но при этом они очень хорошо живут. Я считаю, что нам нужно стремиться к этому и как минимум начинать с осознанного выбора тех людей, которые предлагают работу. И все. Спасибо, Евгений Воловой. Александр Викторович, наш эксперт, наши гости, пожалуйста. Немного вернусь к тезису «всему виной бедность» в самом широком смысле этого слова. Как с этим бороться? Нужно победить бедность, и тогда вот на нас ну, снизойдет какое-то прозрение, и мы все правильно проголосуем. Это очень долгий путь, это, наверное, не наш путь, а наш путь – это образовывать тех, кто рядом. Потому что в 2015 году, почему произошло то, что произошло, и, в принципе, этого никто не ожидал, все пошли к себе на кухню, к своим бабушкам, которые голосуют. К сожалению, большая их часть голосует желудком, а некоторые люди голосуют, к сожалению, другими местами. Из-за того, ну, из-за политтехнологов, обмана и всего остального. И с ними с ними была проведена работа, да, их всех загнали на участки, им всем объяснили, ну, здравомыслящие люди, за кого нужно голосовать, по их мнению, и они это сделали, да. В этом смысле было какое-то, ну, неожиданное, какой-то поворот событий. Еще второй тезис, ну, то есть, ну, нужно образовывать людей, тех, кто рядом. Это самое простое, что вы можете сделать. Поговорить со своими родственниками, поговорить со своим окружением, донести до них какие-то здравые мысли. Это дешево, это быстро, и это даст свой результат. Как минимум, они не проголосуют за пакет с гречкой или за надпись там, на этом пакете. И еще один тезис, то есть, давайте, ну, называть вещи своими именами. Когда-то вот Игорь Пох правильно заметил, что ну, в Николаеве вообще политики как таковой нет, да, есть такая вот местечковые всякие клубы по интересам. И хочу, чтобы таких псевдополитических деятелей, как Ясинского, Барну, Фроленко, там, кто там еще, просто называли своими именами. То есть, если это люди обслуживают интересы местного криминального авторитета или там не авторитета, то на льдине, то нужно называть это.
если в горсовете сидят те же его почти родственники и при этом заседают в комиссии коммунального майна или там, ну, то есть тех, кто там жвачку поклеил там под стол, там тоже Копейка, там или Солтисы и все остальные, нужно называть их своими именами. Это люди не политики, это люди, которые пришли обслуживать интересы местных бандитов. Вот, ну, то есть это предельно все ясно и понятно. Спасибо, Александр Викторович. Игорь Эпоха я забыл, и через сюжет идем к нашим гостям, уже на финал выходим. Пожалуйста. Не знаю, у меня, наверное, рецепта такого особенного нету. Просто тут одно время в наших разговорах были моменты, связанные вот этими с теориями элит, и что у нас этих элит, в общем, нет. А я ближе вот коллеге, который говорил о том, что действительно эти элиты нужно каким-то образом конструировать, они должны состоять из компетентных людей, порядочных людей, реально обладающих авторитетом, но не обязательно деньгами. Это совершенно не обязательно. И не богатые люди делают на самом деле культуру, историю и политику. А люди, у которых есть идеи, ответственность, они знают, как объяснить вот то, о чем вы говорите. Да? То есть я, например, не компетентен анализировать, что происходит в нашем областном совете. Я не понимаю внутренних механизмов, как это работает. Да? Я там, например, экспертом быть не могу и не буду это комментировать. И чужим я себя здесь чувствую в этом смысле, потому что ушли в какие-то конкретные вещи. А в эти вот воспитания, вот эти вот, может быть, и хочу сказать, что это возможно. Да? Вот я сейчас с одним своим коллегой работаю над истории там, значит, Южнославянского пансиона, да, в городе Николаеве 150 лет назад, да, в 1867 году один человек создал пансион, где учились выходцы из славянских и неславянских семей из Балкана, да, православных, да, так вот четвертая часть болгарских элит была сконструирована здесь, в городе, в нашем городе. Они потом уехали, построили свою Болгарию, государство, да, и, между прочим, не так уж, наверное, плохо и построили. Оказывается, это возможно. Давайте, может быть, соберем передачу на эту тему, да, или как-то дальше будем говорить, что можно сделать при тех ресурсах, которые у нас есть. У нас есть ресурсы, определенные ресурсы. Нужно вырабатывать какую-то методологию, язык, общение, понимание того, чтобы мы не скатывались на уровень обвинения. Вот этот депутат дурак, а вот этот еще дурнее. Я ничего не понимаю в этом случае. У меня просто мозги отключаются сразу. Потому что я не вижу ни закономерности, ни процессов, ничего, я не знаю, я теряюсь, я в шоке от такого, да. Но на самом деле я знаю, что эти элиты можно сконструировать, можно создать. Это мы не первые, не мы последние, да, они нас выведут. Но только тут нужно определиться с определениями, методами, какими-то вещами и над этим работать. Вот спасибо, Игорь Пох. Я немножко чуть-чуть на другую тему. Вот я хочу два слова, пусть простит меня почтенная публика, сказать о многократно упоминаемом в сегодняшней передаче депутате Солтесе в Суе. Знаете, что я вам скажу? Я живу на округе этого депутата. Я вам скажу, что он очень хороший депутат для своих избирателей. Реально хороший. Его обожают все, ну, процент, сколько там было, 50 с чем-то процентов, самый высокий процент, да, это не зря, это не подкуп, это не гречка, хотя она тоже там немножко играла роль. Просто у этого депутата на округе все скамеечки новые, все детские площадочки новые, неважно, его ли там участие или не его, его ли деньги там участвовали личные, либо там бюджетные, неважно, подъезды покрашены, и каждый день дворники, не принадлежащего ему ЖЭКа, совершенно другого, убирают. А на соседнем округе, вот ровно есть две границы округа, я их точно наблюдаю, да, вот, развалины, мусорные кучи и жуткое там вообще непонятно что, и на другом там отсутствие уличного света на куске, там ямы какие-то и так далее. Вот, то есть я хочу две вещи сказать в связи с этим. Первое. Это многократно, сотни раз я повторял, что я считаю лично абсолютно порочным эта партийная практика местных советов, абсолютно порочная, она не работает, она работает только в минус. И второе, это та ментальная природа людей, которая, любого человека, который прежде всего существо тактильное, пока он что-то не пощупает рядом со своим подъездом,
рядом с, вот с собой, он никогда не поверит вот этим всем обещаниям, там, о том, что мы придем, наша партия придет и сделает вам хорошо. В жизни не поверит. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Канарский, если 30 секунд уложь, здесь реплику, пожалуйста. Если больше, даже быстрее. Я сейчас вот Игоря послушал, и вот прям само собой вспомнилось выражение, что прошла весна, настало лето. Спасибо, ну в данном случае Солтису, Солтису за это. Я удивлен это слышать. Я хочу сказать, что у нас ужасное какой-то вот есть механизм такой вот популизма для депутатов местных. Это называется депутатские деньги. У них оказывается, и каждая следующая каденция депутатов голосует за то, чтобы этих депутатских денег было больше. Для того, чтобы вот эти скамеечки, вот эти вот окна в школах для родителей и так далее. Это все очень порочно, и я удивлен, что Игорь Плох это все плодит. Потому что у вас Солтиса на длинном округе нет. Это раз, а во-вторых, если бы не было таких Солтисов, а были только исключительно партии с вот этими мутными, размытыми обещаниями, то ни одной скамеечки бы не было. Сплошные барны. Кстати, насчет барны тоже замечательная история. Андрей Водотурский в одном из интервью рассказывал, что барна ни по каким партийным спискам в партии «Батьковщина» не проходил. То есть не было конференции, которая его выдвигала и так далее. Он каким-то странным образом съездил в Киев, вернулся оттуда и пошел депутатом от этой партии. Сейчас на него нет никаких методов против Кости Сапрыкина, потому что он даже не член партии. Депутатский императивный мандат ему не применяется. Поскольку, ну вот, его просто выгнали из фракции, при этом оставили по квоте, то, как я понимаю, той же самой фракции оставили руководить бюджетным комитетом. Но, тем не менее, есть два подхода, да, есть вот еще один вариант партийные списки. Мы видим, как это работает. А я предлагаю, поскольку мы уже совсем приближаемся к финалу, посмотреть, прежде чем я передам слово нашим экспертам, гостям, и да, еще дам договорить тем экспертам, которые заявлялись, я предлагаю посмотреть последний сюжет, который подготовила Елена Мищенко, он тоже о практических вещах. Пожалуйста. Кожні вибори – це нові надії на краще життя у пересічних громадян. Кожні вибори – це шанс гучно заявити про себе політикам, відомим, початківцям і призабутим. Тож обіцянки течуть рікою. Деякі навіть починають втілювати в життя ще під час виборчої кампанії. Але вибори минають, політики отримують бажане, тепле містечко в одній з рад. А що ж стає з обіцянками? Ми обрали кілька найгучніших проєктів та пунктів передвиборчих програм і перевірили, чи доведена справа до логічного кінця. Початок вулиці Садової. Тут помпезна огорожа, за якою пустка. А мав би бути реалізований грандіозний проєкт. Головна відмовка – і партії не існує, і владі цей проєкт не цікавий. А до чого ж тут влада, якщо ініціатива була партійна? Розпочинали гучно, але серце міста справжнім серцем Миколаєва так і не стало. Іншому об'єкту повезло більше. Фехтувальний зал на проспекті Героїв України анонсували і закладали кілька років тому ті ж самі люди. Змінилась влада і цікавість зникла. Так і став би він черговим довгобудом. Але тут кінець казки щасливий. Що дало поштовх, щоб добудувати, сказати важко. Чи то чергова перемога на Олімпіаді Ольги Харлан, чи то аварійний стан фехтувальної школи, але зал добудували. Щоправда, інші люди. Вони ж його і урочисто відкрили. Тож і цю обіцянку можна вважати невиконаною. Перехрестя проспекту Центрального та вулиці Рюміна. Тут можна побачити левову частку невиконаних депутатських обіцянок. В око одразу впадають рекламні щити. Прибрати з вулиць Миколаєва білборди і навести лад у вуличній рекламі не обіцяв хіба що лінивий. Є законодавчі норми, що регламентують, якими повинні бути рекламні щити на проспектах і тим більше перехрестях. Ось ці білборди відповідають їм. А одразу навпроти щити встановлені з порушенням норм. І встановили їх не вчора. Як і ті конструкції, що отримали в народі назву «Будкоград». Тут і позвонишки, і торговельні ларьки. Загалом цей відрізок вулиці Рюміна нагадує такий собі китайський квартал. Ліворуч розташувалась автостанція «Дачна», що теж збудована з порушенням норм. Все це обіцяли прибрати. Але вибори минають за виборами, а тут ситуація не змінюється. Зникають лише одне, і це підтвердило опитування – довіра виборця до місцевих політиків. Наш двор, скажімо так, не люблять депутати. Ні. Просто такий, ми живемо в Ленінському районі, це в районі Зарі. Немножко, ну, в сторону как нефтебазы. До нас никогда не доходят руки. Брешут.
От по-вашому? По-другому ніяк нельзя нічого сказати. До речі, проблеми благоустрою політики експлуатують найбільшою. Гучною була програма «Теплий дім», запропонована одним з кандидатів у міські голови. Він програв, хоча міцно закріпився у міській раді. Здавалось, можна і на такому місці просувати корисний проект. Але його фракція воліє інколи зовсім не приходити на засідання, аніж вирішувати проблеми городян. А миколаївці, вже не чекаючи допомоги від влади, утеплюють свої будинки самостійно. Причому неважливо, це проблеми міста чи сільської місцевості. Лише депутатський рівень різний. Ось ще один приклад недовіри до депутатів. У мене був случай з нашим кандидатом, який зараз в Верховній Раді, тут, з Миколаєва. Я от столкнувся так від імені громади, попросив допомоги в нього. Значить, відповідь був дословно. Я так це запомнив. Депутата Верховної Раді не для того, щоб рішати ваші матеріальні питання, а для того, щоб писати закони. Следующий вопрос. Так, а де ж ті закони, які, от, щоб у нас не возникали матеріальні? Пауза, ні, все. Ще одна обіцянка – дороги. Точніше те, що від них залишилось. Вирішити цю проблему кардинально обіцяють кандидати в депутати, чергові очільники області, але поки маємо те, що маємо. З'явилась надія, що миколаївські автошляхи таки стануть проїзними. Сподіваємося, що хоч цього разу обіцянку виконують. Якщо запитати про відсоток довіри, то цифри були різні. Називали 50 на 50 або взагалі 10%. Отже, депутатам та міським головам є про що замислитись. Олена Міщенко, Юрій Руденко, спеціально для програми «Контраргумент». Отже, у нас лишилося зовсім обмаль часу, тому, будь ласка, Олександр Влащенко ще перед цим сюжетом хотів щось сказати. Якщо хтось хоче щось сказати, може дати буквально по хвилині і закінчимо нашими гостями. Будь ласка. Я много времени не займу. Дело в том, что у нас есть такая вот, ну, деструктивная особенность, быть может, это она заложена в наш, это в нашем менталитете. Мы всегда привыкли перебрасывать ответственность на кого-то. Если мы плохо живем, виноваты депутаты. Там не важно, что мы за них голосуем, но мы их избрали, они там обязаны что-то были сделать, но не сделали, вот виноваты они. А если мы понимаем, что мы их избрали, то, наверное, виноваты те, кто там неправильно проголосовал. Да? Вот здесь, даже в этой студии, несколько раз прозвучало так вроде как ненавязчиво, там, что ходят там бабушки и дедушки, которые там большинство, ну, большую часть своей жизни прожили там, будем так говорить, при другом строе, и вот сейчас они тоже, будем так говорить, где-то влияют на вот эту расстановку политических сил, и вот надо работать с этими бабушками и дедушками, чтобы они там тоже правильно голосовали. Но я задам вопрос, наверное, всем, риторический вопрос. А если мы, к примеру, лишим этих бабушек и дедушек, ну, теоретически, права голоса, да, и пойдут на выборы молодые, но расстановка разве будет другой? Я не думаю. Работать нужно не только с бабушками и дедушками, а точно так же с представителями разного возраста. И нужно, наверное, исключить вот из нашего, будем так говорить, такого списка, по которому мы вот выстраиваем какие-то свои обвинения в том, что у нас сейчас так все плохо, вот этот фактор возраста. Спасибо. По минуте, минуте. Алексей Зеликов, Евгений Воловой, пожалуйста. Підтримую надзвичайно правдиві слова. Але що зробити для того, щоб люди почали, не знаю, стали розумнішими? Є механізми, є в інститутах розроблені механізми. Наприклад, такі самі, як там бюджет участі. Почитайте, загугліть. Є річ, яка може виховати краще суспільство. Ініціативність людей треба чимось підживляти. Віддайте депутатські на гранди для людей. І той, хто захоче, той зробить собі якийсь грант, пропише програму і піде з цим і виграє ті депутатські гроші собі на участок. І на рахунок віку, я вам скажу, мене до цього навчання сподвигла людина, яка старша від моєї мами. Вона мене там на ті курси порадила піти, вона сказала, я не можу, мені вже більше 50 років, а ти йди, я хочу, щоб ти пішов. І я вдячний цій людині, тому що, виявляється, і у тому віці є люди, які здатні рішати і розумно розмірковувати. Але дати їм треба якісь механізми для цієї дії. Дякую, Олексій, Євген Воловий, і потім наші гості вже. Дякую. Будь ласка. Да, в кінцівці програми не хотілося б закінчувати на якійсь песимістичній ноті. Все-таки хочу, щоб ми закінчили на чому-то оптимістичному.
И хотел бы ко всем обратиться и сказать, что если так получилось, да, что ваш депутат оказался обманщиком или просто каким-то проходимцем, или вам так повезло и у вас нет депутата, такие тоже случаи бывают, просто не опускайте руки и делайте все от себя возможное, чтобы изменить ситуацию самим. Как бы это прозвучит банально, но все в ваших руках, и вы должны пытаться изменить ситуацию сами. Не будьте безразличными, не будьте с позиции «моя хата с краю» или «ничего не поменяется». Поменяется. Если касательно, просто коснуться в темы дорог, то 3 года назад я мог поклясться, что я никогда в жизни не увижу там на каких-то улицах дороги. Сейчас они там есть. Не благодаря мне, а благодаря тому, что жители самоорганизовались и добились этого сами. Абсолютно сами, подчеркиваю. И это реально, и это возможно. Делайте самі, якщо вам ніхто не допомагає. Дякую, Євгене. І по законі 2 хвилини, вже зовсім кінець програми. Пані Наталя, Ladies First. Впродовж того, що сказав гость, стукайте і вам відкриють, розумієте? Дуже, якщо аналізувати сьогоднішню нашу програму, найчастіше лунали слова «відсутні механізми». Ну так давайте пропишемо ці механізми. Ну в чому справа? Ви знаєте, от, там щось відсутнє у вас вдома, да? Там щось зламано. Ну ви будете зараз кричати, волати, звати сусідів, сусіда і так далі. Але в кінці кінців вам прийдеться це зробити. От я призиваю всіх, в тому числі громадських активістів, діячів, фахівців. Тобто потрібно це зробити. Інша справа, що це не вигідно. Просто навіщо це робити, якщо мені так добре, да? Якщо і так я там скамеєчку пофарбував, ну і все так, все в ажурі. Там, тобто от те, що ви говорили, да, пане Ігор, виконується те, що має виконуватися. А ми цьому радіємо, як щось такому надзвичайному. Та це норма, розумієте, вранці встати і вмитися, це норма. Вам за це медаль ніхто не нагороджує. І другий момент, це абсолютний непрофесіоналізм. Як однієї сторони, так і іншої. Давайте перейдемо на побутові речі. У вас заболів зуб, ви йдете до стоматолога, ви шукаєте професіонала, не той, хто вам обіцяє, а той, хто вже має певний позитивний досвід, розумієте? Чому ж ми, йдучи в виборчий процес, да, входячи в політичний процес, ну, на обіцянки, цяцянки, на популізм і так далі. Це риторичні всі ці питання, зрозуміло, риторичні. Але змінювати потрібно, тут я підтримую вас 100%. Самого себе. Знаєте, я своїм студентам говорю, що я не можу відповідати за всю освіту, я не можу відповідати за увесь університет, але побудувати конструктивно, професійно свою діяльність я одна, як викладач, з вами зможу, я вам докажу на протязі 4 років, розумієте, там, чи 5. Тобто я призиваю всіх почати із себе. Ми на всіх киваємо, але тільки не бачимо самі себе в зеркало. І виборець, коли шукає питання, чому так погано, має подивитися в зеркало. Там відповідь. Дякую. Андрій Острій, будь ласка, 2 хвилини. По поводу інструмента. Значить, інструменти существують. И вот я с Воловым согласен, что на безумство храбрых поем мы песни, те храбрые, которые поднимают эти проблемы, организовывают тех же людей, перекрывают дороги и так далее. Мы живем не в авторитарной России, у нас, к счастью, в автозаке не закидывают на акциях гражданского неповиновения или протестов. Поэтому, собственно говоря, у нас этот инструмент работает и так далее. Ну, я сейчас беру крайне радикальную форму, но по большому счету многие добиваются и письмами, многие добиваются, ну, в общем, есть инструменты. Нет у нас одного инструмента. Нет у нас инструмента, а давайте выберем мессию. Возвращаясь к началу нашей программы, я хочу сказать, что ведется на весь этот популизм и ложь народ, который ищет мессию, большого папу, который придет, честно сделает все справедливо и жить станет лучше. То есть в этом выражении нет ни одного слова, которое можно было измерить, пощупать, погладить, как сказал Пох, тактильно ощутить. Поэтому у нас те политики, которые есть, те политики, которые, вот, кстати, вспомнилось сразу слушая, вот, про особенно областной совет, я считаю, вообще его надо разогнать, у нас была программа, где люди просто не знали, что, о существовании такого органа, не то, что там знали депутатов каких-то из областного совета. И поэтому у нас сейчас все партии, кроме БПП, оказались оппозиционными, если кто-то не знал, я вам рассказываю, в облсовете одна провластная партия БПП, все остальные оппозиционеры. Это заявили представители и главы этих партий.
Вот. Поэтому механизмы есть, но механизмов, повторюсь, механизмов мессии нет. Поэтому люди, которые, слушая политика, думают о том, что сейчас я выберу этого человека, и он такая порядна людина, я его с детских лет знаю, він тут вырос на цій улиці, и він ніколи там воровать не буде нічого, и хай він там 5 років щось робить, вот это вот мы маємо то, що маємо. Дякую. У нас лишилося 2 хвилини, тільки 2 хвилини, будь ласка, Олександр, вкладись. Да мне же вообще нечего сказать, я как скажу, опять пессимизм. Спасибо, Александр, был собирательный. Ребят, не вижу я тут, не вижу я действительно, сколько ищу выхода, я не вижу, потому что его, потому что нужно за что-то зацепиться, зацепиться не за что. Живой пример, последняя моя вера в эту страну и в этот город закончилась с выборами Сенкевича, когда я увидел, что дракон стал, да, герой стал драконом, убив дракона. Потому что мы путаем, мы пытаемся взывать к политикам политической ответственности, в тех вопросах, где на Западе говорит криминальный кодекс. Мы пытаемся добиться хоть чего-то от политиков, которые, становясь политиком, почему он так делает, как Сергей сказал, а потому что можно. А мы, посмотрите на того, ну, на пример Николая Сенкевича, выбрали прогрессивного реформатора, я искренне в это верил. Ну, посмотрите, что, до чего пустилось. Он считает ниже своего достоинства просто делать пресс-конференции, разговаривать с людьми. Это лучший, реально лучший, наиболее прогрессивный специалист и человек по качествам за последние 20 лет. Лучший. Ему впадло, простите, выйти и поговорить, просто бла-бла-бла языком перед журналистами. Понимаете? Это презрение к избирателю и осознание того, что от этого быдла ничего не зависит. Рубит все, весь позитив. И единственное, что можно противопоставить этого, это то, что осознание, что выхода, ребят, нет. Либо бежать, либо же то, что говорит Алексей. Ненасильственные акции протеста, беспрерывные кампании общественного давления. Мы эти 2% должны стоять беспрерывно. Условно, либо же лично под стенами и говорить, нет, мы не дадим вам это сделать. А патриотам на будущее, они уже это знают, рекомендую только одно. С Островым мы говорили, все прогнозируют следующую волну, следующий Майдан. И спасение этой страны заключается в одном, что, ребята, не допустите, чтобы ни один человек улетел так, как прошло. Они не должны улететь. Дякую. Я єдине, що хочу додати. Ось Андрій згадав нашу одну з наших програм, які у нас були зовсім нещодавно. Там ми опитували людей, що вони знають, що вони думають, чи знають взагалі щось про обласну раду. Дуже цікаво, що для людей обласна рада – це обласна влада. І коли питаєш, а що там, кажуть, ну він же ж недавно прийшов, йому ж тяжело, він же ж должен розібратися. Тобто для людей уся обласна влада – це єдина особа, це єдина людина, це губернатор. Тобто від будь-кого ще в обласній раді вони взагалі нічого не чекають. І це підтверджувалося, я казав, ми 5 разів, ну, 4 чи 5 разів виходили, просто думали, ну не може такого бути. Ну напевно, не в тому місці стояли, зараз перейдемо, там десь у центр, там, де, там інші люди, вони скажуть інше. Ні. Тобто, звичайно, що не варто сподіватися на месію. Втім, варто сподіватися на політичну волю. Якщо ця політична воля притаманна принаймні усім 2%, 1%, одній людині притаманна у владі, то, напевно, щось принаймні почне змінюватися. Ну, а ми, звичайно, допоможемо. Бо це у нас у наших власних, у наших спільних інтересах. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.